да, то есть они были функциональными, но эстетически некрасивыми. И не было вовлечения в дискуссию, то есть гражданское общество не могло принимать участие в принятии решений. Я родилась в селе Васикульской области, в селе под названием Комсомол, в прошлом он так назывался. Вот на верхней фотографии вы видите четырехэтажные дома. И вот эта часть Комсомола называлась Новым Комсомолом. Был еще Старый Комсомол. В Старом Комсомоле жили традиционно иссыкульские местные жители. Это была малоэтажная застройка, частная застройка. А Новый Комсомол — это вот были многоэтажные здания, кирпичные, панельные, где жили сотрудники «Авроры». «Аврора» вот в нижнем правом углу — это санаторий, очень известный в Кыргызстане. Вот. И вот в этих многоэтажных домах жили сотрудники. Почему я об этом говорю? Ну, вот мое детство прошло там, и вот тогда это было совершенно неочевидным. Для меня сейчас это очевидно, что вот в новой части села жили преимущественно русские. Вот этот вот дом, который, видите, самый длинный, это самый большой дом в Новом Комсомоле, там 4 подъезда. И в нем жило всего 2 кыргызских семьи, включая нашу. Вот. И то есть старый Новый Комсомол, само понятие, да, вот объясняет все, потому что то есть, старый Комсомол это была такая туземная часть, да, а Новый Комсомол это была цивилизация, все, что вот связано с будущим, да, с прекрасным настоящим. Я не знаю, как дело обстоит в Бишкеке, потому что я переехала в Бишкек уже в довольно взрослом возрасте, но я думаю, что такая тенденция сохранялась и в Бишкеке. И вот моя подруга, которая в детстве жила в южном регионе, она рассказывает, что когда она в детстве с родителями переехала в Бишкек, ее поразило, насколько город был русским, да, то есть население Бишкека было в основном русские, мы, соответственно, кыргызы были кыргызоязычными. Я вот сейчас хочу сказать, что сейчас Бишкек тоже сильно отличается от регионов. В нем говорят на русском языке очень много. Вот. И это такая сегрегация, да, вот, между Бишкеком и остальным Кыргызстаном не очень хорошая. Это вообще сегрегация, насколько может быть хорошей. Никак. Ну, собственно, да, в общем, да. Если говорить про нежилой сектор, крупные архитектурные объекты в советское время строились так, чтобы показать величие советской власти. И рядом с такими большими массивными зданиями люди чувствовали себя маленькими и ничтожными. Да? То есть это не просто потому что красиво, да, смотрелось, в этом был свой идеологический смысл. И вот здесь вы видите слева это дом правительства. Белый дом мы его называем, а сверху это театр Переполета, снизу это филармония наша. Да. Имеете в виду какие-то государственные здания? Да. Ну, потому что жилой сектор, он строился с точки зрения функциональности больше, да? Ну, если не считать сталинскую жилую застройку, да, там понятно, с нюансы. Но а такие вот культурные объекты, общественные объекты, да, они вот строились. И вообще они очень сильно похожи, если вы его посмотрите, да. Да, очень сильно похожи. Но их же строили разные архитекторы в разных. Да. Но почему-то они все одинаковые. Да, советский модернизм, да. То есть были общие направления, даже было такое, что когда местные архитекторы хотели построить что-то свое, новое, то, что не видит, то есть им нужно было пройти процедуру согласования, утверждения, и многие просто не проходили. То есть все, что было централизовано, через Москву проходило. И тем более архитектурный облик столицы, он жестко контролировал. А в позднем Советском Союзе там 80-е? Ну, знаете, там уже все очень зыбко, 80-е на самом деле, но я не могу сказать, потому что я не архитекторка, я этот вопрос не изучала. Но я думаю, да, вплоть, вот у нас даже есть очень многие постройки, если брать не город, когда там в конце 80-х устроили села, да, в каких-то отдаленных районах для разработки месторождений каких-то, да, их тоже очень, вот там размах был очень большой. Это говорит о том, что даже в конце 80-х, то есть никто не думал, да, там о развале Советского Союза и много бюджетов вкладывалось. А потом наступили 90-е, и там просто сейчас никто не живет, это огромный
огромные объекты, которые разваливаются, никто там не живет уже. Это проект. Да, размах всегда был. Ну и я хочу еще сказать, что вот добавьте сюда вот к этим зданиям лозунги различные про стремление к коммунизму, труд и дружбу, которые там несли буквально из каждого утюга, да, они были везде, отражались в искусстве и других сферах жизни горожан. Памятники Ленина, да, те же, которые очень узнаваемые. Вы сказали, что они подавляют, по-моему, они больше вызывают сопричастность к чему-то большому. Спасибо за ваше мнение, но вот официально, когда читаешь ну, вот, труды историков по архитектуре... 5 минут и мы в коммунизме. Ну, коммунизма это не было, мы к нему стремились, да. Я имею в виду, что это уже островки, прям вот уже все. Да, 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 но это вот опять же, это не просто для того, что... Главная цель не показать ничтожность человека, да, а показать величие советской власти. Вот то, о чем вы говорите, это величие, как бы... Да, это про величие. Да, но сам факт того, что, знаете, даже есть вот такое понятие, как человеческий масштаб. Слышали, да, про него? То есть, когда человек стоит перед большим, огромным, высотным зданием, то ему некомфортно становится. Это как бы это такие естественные чувства, которые вызывают крупные здания. Как в церквях, конфетах. Ну, да, прежде всего. Ты заходишь, там огромные потолки. Религиозные институты использовали. Да. Ой, так, у меня зависло, да? Сейчас подавляют. Сейчас касса мили, это все уже не сопричастность, хорошая. Самый большой флаг. У вас там все самое большое. Заходите. Да, прошу прощения за заминку, там крутится дальше. А вот, да, закрутилась, спасибо. В общем, переходим плавно к постсоветскому периоду. Вместе с концом этого периода прошли ряд трансформаций, всем нам известные. Когда планирование сверху вниз прекратилось, пришлось усвоить условия рыночной экономики. Эти перемены усилили неравномерность между большими городами и малыми городами и селами. В советское время сохраняли равномерность с помощью такого инструмента, как прописка. Да? То есть тогда без прописки ты не мог, да, там жить в каком-то другом городе. То есть это было препятствие для свободного перемещения, да, между сельской и городской местностью. Сфера, испытавшая глубокое влияние перемен, стало жилье. В начале 90-х в Кыргызстане, как и в других постсоветских странах, большая часть жилищного фонда была приватизирована теми, кто проживал там. И в результате вот постсоветские города имеют самый высокий уровень домовладения в районе 90%, вообще во всем мире. Да? То есть это очень высокий уровень 90%. К сожалению, на постсоветском пространстве не возникла основательная система социального жилья. Высокий уровень домовладения, неурегулированность застройки и монополизация сферы недвижимости привели к ряду социальных проблем. Эта ситуация характерна для всех постсоветских городов. Советский подход к городскому планированию на базе микрорайонной застройки оставил много пространства, которое стало активно застраиваться. Это привело к пространственной сегрегации, вплоть до заборов, да, вокруг этих жилых комплексов. И за этими заборами могут находиться там маленькие садики, скверы, парковки, рестораны, там, салоны красоты для своих. Это очень интересный феномен. Здесь на фотографии это наш бишкекский кейс. Вам видно, да, что вот там было пространство, и мы начали застраивать. Это вот начало стройки. Здесь был сквер с фонтаном в советское время. И мы даже вот поднимали вопрос об этом, что сквер лучше реставрировать, восстановить. Люди пользовались им, но сейчас там уже возвели каркас для двух зданий, бизнес-центр здесь. Я вот там недавно была, я вот просто представляю вот те дома, а там вот, вот в эту сторону находится площадь Победы, она очень тоже популярна среди горожан, там вот, и молодежи много, которые там катаются на скейтах, роликах и так далее. И вот люди, которые там жили, они прямо, у них была такая панорама, они видели площадь, и сейчас ну, все
закрыто. Да? Это вот про плотные застройки, потому что очень часто поднимают вопрос, плотные застройки, это хорошо или плохо. Вот здесь вот, когда вот такая, такое уплотнение происходит, это, конечно, плохо. Да. Что такое социальное жилье? Социальное жилье, это вот, допустим, в советское время, когда строились доступные квартиры. Вот я думаю, сейчас дальше вы поймете, да, потому что есть премиум жилье, допустим, социальное жилье. Премиум жилье могут себе не все позволить, да, а социальное это как раз таки для сотрудников каких-то государственных органов, да, например. Потому что его не было, да? По советское время не возникла система, основательная система социального жилья, да, потому что все перешло, все стали играть по правилам рыночной игры. Дальше, да, я еще более поздно. Есть проект социального жилья, больше но они минимизированы совершенно. У нас сейчас? Да, даже в Душанбе. Вторая проблема, которая возникла, недоступность жилья, которая опять же приводит к уплотнению, но уплотнение уже внутри квартир. Да? То есть доходы многих бишкечан не позволяют им даже снимать жилье. Нормой стало проживание в одной квартире одновременно нескольких поколений, когда ты жил с родителями, там, с бабушкой, дедушкой и так далее. Становится популярным снимать квартиру вместе, и вот недавно у нас появился такой вид коммунального жилья, как кулилинги. Здесь фотография одного из кулилингов УО, это у нас такой лидер, да, наверное, на рынке по коворкингу и кулилинговому пространству. Третья проблема – изменяется архитектурный облик центра и срез жителей. В историческом центре появляются вот такие вот высотки, это жилье премиум-класса. Дома строятся ввысь, игнорируя высотность, плотность окружающей застройки, мощность электросетей и системы водоснабжения. Застройщик не занимается поддержанием дома в будущем. То есть его задача продать квадратный метр в час, и потом он просто умывает руки. Да, и понятно, что при строительстве не учитывается окружающая инфраструктура и среда. Это вот Бишкекский тоже пример. Да. Да. Просто срубаются. Да, видно, да, насколько вот такая свеча вырастает и насколько она не вливается, да, вот в этот облик абсолютно. И вот четвертая, одна из четвертых проблем, проблем, конечно, много. Экономика государств стала перетекать в города. Да, понятно почему. Они стали разрастаться вширь. Вне центра находятся по большей части районы безрабочих мест, опять же, надлежащие транспортной, социальной и коммерческой инфраструктуры. Эти районы не очень безопасны, да, особенно там для женщин, детей. Жилье за городом снимают менее привилегированные члены общества. Ну вот, по сравнению, допустим, с Америкой, за городом, вот, в такой малоэтажной застройке обычно живет средний класс. У нас же это в основном живут малые мужчины. У нас даже есть такое понятие, кто-то когда-то ему сказал, но сейчас максимально стараются его не использовать, такой саманный пояс вокруг города, потому что город разрастается шире, и вот саманный говорит, да, там, о качестве жилья, да, там, об условиях жизни. И вот сейчас говорится также о том, что там топят углем в основном, это в лучшем случае углем, а иногда даже там мусором, резиной и так далее. И если вы слышали, то пришли, это большая проблема со смогом зимой, да, и большая часть загрязнения происходит за счет отопления углем. Почему я это все рассказываю? Я считаю, что вот вчера даже кто-то это озвучил, для того, чтобы говорить о деколонизационных процессах, нужно осмыслить наше колониальное прошлое, да, не только говорить, там, скажем, о минусах, да, этого прошлого. Хотя вот вчера было опять же мнение, что могут ли быть плюсы, да, но вот сейчас вы сами сделаете выводы, что нам делать дальше, да, ну или, по крайней мере, мы задумаемся, да, об этом. Да, вот, кстати, хочу сказать, что буквально впервые, вот сколько уже, 30 лет независимости, и вот жилье новое, и вообще город складывался совершенно хаотичным образом, нарушение всех норм строительства, генплана и так далее. Понятно, что это сфера большой коррупции, да,
И вот буквально только на днях на официальном уровне заговорили о том, чтобы запретить точечную застройку и ввести поквартальное проектирование города, да, то есть надлежащей инфраструктуры. Когда мы говорим об инфраструктуре, чтобы для тех, кто не сталкивался с этим раньше, я объясню, что вот сейчас, даже когда вот ты покупаешь квартиру, объявления не показывают квартиру внутри. Да? Как выглядит двор, как выглядит, есть ли там школы, детские сады. Вот это вот очень мало кто указывает. И я думаю, это тоже показывает на то, что вот новые застройщики, или вот даже видела там клубный дом со всей инфраструктурой. И перечисляется инфраструктура, там спортивный зал, кофейня, уборки. То есть даже те же застройщики, ну, может быть, они понимают, да, но им невыгодно людей информировать об этом. То есть инфраструктура, социальная инфраструктура туда не входит, да, которая нужна, опять же, тем же семьям с детьми и так далее. Да. И вот даже вот тот архитектор, союз архитекторов, который поднял этот вопрос о том, чтобы запретить точечную застройку, он провел расчет, это настолько не характерно для Бишкека, когда люди делают подсчеты и обосновывают свои выводы этими данными, что он говорит, вот они сказали вот этот вот новый жилой район, который собирается строить, они, значит, хотят там построить школу, ну, по планам, то есть они не будут строить школу, но типа там государство запланировало построить школу, там пару детских садов, и эти подсчеты показывают, что, допустим, в этих домах будет жить 10 тысяч человек, допустим, да, сколько там будет, примерно, почитать, помню, сколько будет детей, и совершенно очевидно становится, что эта школа, эти детские сады, они не потянут, они не смогут принять детей из этих домов, да, и вот такого у нас не делается. Я когда это прочитала, думаю, вау, неужели вот, ну, появились люди, которые готовы это озвучить, потому что даже озвучить это достаточно смелый шаг, да, и, да, вот. После 90-х по советским странам было не по карману содержать крупные архитектурные объекты, они обветшали. И вот таким образом Бишкек лишился многих зданий, в том числе архитектурных памятников и исторических памятников. Здесь вот вы видите сверху вниз, какое здание было в советское время. Буквально в 17-м году это ресторан «Нары». Он был памятником архитектуры, ниже фотографии, где его разрушили. И тоже там было столько манипуляций, потому что вначале сказали, что там построили гостиницу. Народ стал возмущаться в социальных сетях, потому что у нас есть исследования, которые доказывают, что жителям острова не хватает зеленых зон. И просто там пешеходной доступности нет, да, там парков, скверов и так далее. И вот тогда тогдашний мэр, а у нас в Бишкеке очень часто меняются мэры, буквально в позапрошлом году поменялось 9 мэров. Да, в прошлом году был один мэр, но он такой тихий, незаметный, и поэтому так долго сидит, да, не делает громких высказываний. Вот, такой марионеточный мэр. Вот, и пообещали построить сквер, потом, когда все улеглось, все уже практически успокоились и забыли об этом. Ну вот недавно появилась информация, что там заложили капсулу, будет бизнес-центр, деловой центр. И гостиница тоже. Да, да, деловой центр, это как бы такая конспирация, что ли, не знаю, да, одно дело гостиница. Тут... Ну и людям уже подняться второй раз, да, по тому же поводу, тем более уже, когда разрушено здание, достаточно сложно. Еще есть же такой момент, когда ты борешься, да, там, с чем-то, и ты видишь тщетность этого, то, ну да, то есть сложно, да, второй раз начать эту волну. А вот во втором столбике это гостиница «Исыкуль», исторический тоже памятник и архитектурный, и она обветшала очень сильно, ее в позапрошлом году ее снесли, полтора года назад, и сейчас там будет строиться новая администрация президента. Вот это я вам показывала, администрация президента Белый дом, которая сейчас. А, и что произошло? Да, они переносят это вот на окраине города, то есть они хотят разгрузить.
Это вот цифры по, мы делали журналистское исследование, это цифры по тому, сколько, ну, что происходит с памятниками, со зданиями памятниками. Многие снесены, многие заброшены, есть какие-то, которые нам вообще не удалось найти на карте. То есть на карте они есть, приезжаешь туда, этого нету. Вот. Это вот очень важная часть для нас, это вот про осознание нашего колониального прошлого, про деколонизацию мышления. Сразу же, даже не сразу после получения независимости, а за день до этого дня был открыт вот 30 августа 91 года, а 31 августа у нас день независимости, да, в том же году, буквально за день, был открыт мемориальный комплекс Атабеит, в переводе с кыргызского это могила отцов. Здесь были захоронены тела 137 деятелей Кыргызстана разных этносов, которые были расстреляны сталинским режимом в 1938 году. Этот комплекс находится в 30 километрах от Бишкека. Позже, в 2008 году, здесь был похоронен Чингиз Айтматов. В 2010 году здесь были захоронены тела погибших от пуль снайперов, участники Апрельской революции 2010 года. И в 2016 году в комплексе открыли памятник героям и погибшим во время Уркуна. Слышали кто-нибудь об этом, кроме кыргызстанцев? Это национальное освободительное восстание кыргызского народа против царизма в 2016 году. Достаточно табуированная тема. Но вот, причем, вот, когда его открыли, и в последующее первое время об этом не говорили открыто, да, то есть как бы его открыли, но такой публичной кампании не было об этом. Вот буквально в последние годы туда стали чаще приезжать, проводить какие-то церемонии, проводить памяти и так далее. Это Манаса Илы, этнографический комплекс. Его строительство было приурочено к празднованию тысячелетия этноса Манас в 1995 году. Это место стало очень популярным, когда его открыли, потому что, ну, вот, в черте города не было ничего похожего. И многие молодожены в день свадьбы приезжали сюда для фотосессии. Это стало новым местом, куда приезжали молодожены. Но сейчас он тоже очень сильно улучшал, нынешний президент его обещал восстановить, но он, кстати, находится как раз-таки рядом с той гостиницей Сыкуль, где собираются построить новую администрацию президента. Возможно, это послужит, это соседство послужит тому, что комплекс восстановят. И говорят, что даже собирается построить целое село по подобию села, ну, миниатюрное село по подобию села, в котором жил у нас. То есть вот в 95-м его построили, а может обычка. Да. То есть его совершенно. Вот его построили, и пусть он как бы, ну, само живет, да. И, то есть у людей, людям не приходило в голову, что такие объекты нужно поддерживать. Да. А идея птицы, да? Да, в общем, тут это не полностью снимок, снимок с дрона, это просто самый такой живописный снимок, который я нашла. Честно скажу, я там давно не была. То есть я была, туда очень много туристов водили, потому что это очень вот такой в национальном стиле мини-городок. Вот, и в какой-то момент просто, ну, про него забыли, потому что, видимо, он был не очень приглядным видом. Этот мемориал жертвам Иркуна сделали в Караколе, Каракол – это другой город, на берегу Сыкуля находится. Он был открыт в 16 году в честь столетия восстания. И вот, кстати, я вот тоже, когда готовила этот материал, я узнала, что, оказывается, первая пятница августа установлена днем памяти Иркуна. Ну, кто из Кыргызстана, вы слышали об этом? Да? Это очень важная дата. Я думаю, нам нужно задуматься, да, о том, как популяризировать, да, этот день. Первая пятница августа. Даже кафели похожи на кафели, которые есть в парке Победы у нас. Да.
и по стилистике. По стилистике тоже похоже. Но у нас вообще другое, другой парк он посвящен. Не Победы. Пушкова. Да. Вы можете увидеть, вообще было бы хорошо, если бы вы погуглили, я не стала видео ставить. Это кинетическая инсталляция мемориальная, она тоже установлена в память жертв Иргуна. Ее сделали художницы кыргызстанские, Алтынкапалова и Акина Юсупова. Вот. Но она установлена тоже не в городе, даже не вблизи города. Она находится вот на берегу Иссык-Куля, на горе Джерулган-Тоо, но это тоже не просто так, потому что именно вот по этой дороге пришлось бежать кыргызам, которые бежали от царизма, да, которые были против того, что происходило на их родине. Она кинетическая, когда дует ветер, она звучит, и когда там изображены спутники на лошадях, на верблюдах, то есть это караван, а когда сильный ветер, то изображение исчезает. Когда не сильный ветер, она просто вот играет звук красивый. Было бы классно видео. Да, можно загуглить потом. Или я попозже, у нас будет еще время, я найду. Потому что думаю, там еще так просто. Вот. Да. Что касается повседневного облика города. Вчера в первую очередь спросили про улицы, да, и да, про улицы в первую очередь вспоминают, любят у нас переименовывать улицы депутаты парламента. Вот. В общем, деколониальные процессы, они отражаются на названиях улиц, все переименованные улицы носят имена кыргызских мужчин-деятелей, ну, я не знаю, то есть они были функциональными, но эстетически некрасивыми. И не было вовлечения в дискуссию, то есть гражданское общество не могло принимать участие в принятии решений. Я родилась в селе в Иссык-Кульской области, в селе под названием Ковсомол, в прошлом он так назывался. Вот на верхней фотографии вы видите четырехэтажные дома. И вот эта часть Комсомола называлась Новым Комсомолом. Был еще старый комсомол. В старом комсомоле жили традиционно иссык-кульские местные жители. Это была малоэтажная застройка, частная застройка. А новый комсомол – это вот были многоэтажные здания, кирпичные, панельные, где жили сотрудники «Авроры». «Аврора» вот в нижнем правом углу – это санаторий, очень известный в Кыргызстане. Вот. И вот в этих многоэтажных домах жили сотрудники. Почему я об этом говорю? Ну, вот мое детство прошло там, и вот тогда это было совершенно неочевидным. Для меня сейчас это очевидно, что вот в новой части села жили преимущественно русские. Вот этот вот дом, который, видите, самый длинный, это самый большой дом в Новом Комсомоле, там 4 подъезда. И в нем жило всего 2 кыргызских семьи, включая нашу. Вот. То есть старый Новый Комсомол, само понятие, да, вот объясняет все, потому что, то есть, старый комсомол это была такая туземная часть, да, а Новый Комсомол это была цивилизация, все, что вот связано с будущим, да, с прекрасным настоящим. Я не знаю, как дело обстоит в Бишкеке, потому что я переехала в Бишкек уже в довольно взрослом возрасте, но я думаю, что такая тенденция сохранялась и в Бишкеке. И вот моя подруга, которая в детстве жила в южном регионе, она рассказывает, что когда она в детстве с родителями приехала в Бишкек, ее поразило, насколько город был русский, да, то есть население Бишкека было в основном русским, и, соответственно, кыргызы были кыргызоязычными. Я вот сейчас хочу сказать, что сейчас Бишкек тоже сильно отличается от регионов, в нем говорят на русском языке очень много. Вот, и это такая сегрегация, да, вот между Бишкеком и остальным Кыргызстаном не очень хорошая, вообще сегрегация, насколько может быть хорошей. Никак. Ну, собственно, да, в Шамбабе, конечно. Если говорить про нежилой сектор, крупные архитектурные объекты в советское время строились так, чтобы показать величие советской власти. И рядом с такими
большими массивными зданиями, люди чувствуют себя маленькими и ничтожными, да, то есть это не просто потому что красиво, да, смотрелось, в этом был свой идеологический смысл. И вот здесь вы видите слева, это дом правительства, Белый дом мы его называем, сверху это театр Триполета, снизу это филармония наша. Да. Имеете в виду какого-то государственные здания? Да. Ну, это же жилой сектор, он строился с точки зрения функциональности больше, да? Ну, если не считать сталинскую жилую застройку, да, там, понятно, свои нюансы. Но, а такие вот культурные объекты, общественные объекты, да, они построились. И вообще они очень сильно похожи, если вы вот посмотрите, да. Да, очень сильно похожи. Но их же строили разные архитекторы, разные. Да. Но почему-то они все одинаковые. Да, советский модернизм, да. То есть были общие направления, даже было такое, что когда местные архитекторы хотели построить что-то свое, новое, то, что не видит, то есть им нужно было пройти процедуру согласования, утверждения, и многие просто не проходили. То есть все, что было централизовано, через Москву проходило, и тем более архитектурный облик столицы, он жестко контролировал. А в позднем Советском Союзе, там, 80-е? Там уже все очень зыбко, 80-е на самом деле, но я не могу сказать, потому что я не архитекторка, я этот вопрос не изучала. Но я думаю, да, вплоть, вот у нас даже есть очень многие постройки, если брать не город, когда там в конце 80-х устроили села, да, в каких-то отдаленных районах для разработки месторождений каких-то, да, их тоже очень, вот там размах был очень большой. Это говорит о том, что даже в конце 80-х, то есть никто не думал, да, там, о развале Советского Союза, и много бюджетов вкладывалось. А потом наступили 90-е, и там просто сейчас никто не живет, стоят огромные объекты, которые разваливаются, никто там не живет уже. Да, размах всегда был. Ну и я хочу еще сказать, что вот добавьте сюда вот к этим зданиям лозунги различные про стремление к коммунизму, труд и дружбу, которые там несли буквально из каждого утюга, да, они были везде, отражались в искусстве и других сферах жизни горожан. Памятники Ленина, да, те же, которые очень узнаваемые. Вы сказали, что они подавляют, по-моему, они больше вызывают сопричастность к чему-то большому. Спасибо за ваше мнение, но вот официально, когда читаешь труды историков по архитектуре... 5 минут и мы в коммунизме. Но коммунизма это не было, мы к нему стремились. Я имею в виду, что это уже островки, прям вот уже все. Да, но это вот опять же, это не просто для того, что... Главная цель не показать ничтожность человека, да, а показать величие советской власти. Вот то, о чем вы говорите, это величие, как бы... Да, это про величие. Да, но сам факт того, что, знаете, даже есть вот такое понятие, как человеческий масштаб. Слышали, да, про него? То есть, когда человек стоит перед большим, огромным, высотным зданием, то ему некомфортно становится. Это как бы это такие естественные чувства, которые вызывают крупные здания. Как в церкви, конфедерации. Ну, да, прежде всего. Ты заходишь, там огромные потолки. Религиозные институты использовали. Да. Ой, так, у меня зависло, да? Сейчас подавно. Сейчас касса МИИ, это все уже не сопричастность, короче. Самый большой флаг. У вас там все самое большое. Заходите. Да, прошу прощения за заминку, там не крутится дальше. А вот, да, закрутилась, спасибо. В общем, переходим плавно к постсоветскому периоду. Вместе с концом этого периода прошли ряд трансформаций, всем нам известные. Когда планирование сверху вниз прекратилось, пришлось усвоить условия рыночной экономики. Эти перемены усилили неравномерность между большими городами и малыми городами и селами. В советское время сохраняли равномерность с помощью такого инструмента, как прописка, да, то есть тогда без прописки ты не мог, да, там жить в каком-то другом городе. То есть это было препятствие для свободного перемещения, да, между сельской и городской местностью. Сферой, испытавшей глубокое влияние перемен, стало жилье.
в начале 90-х в Кыргызстане, как и в других постсоветских странах, большая часть жилищного фонда была приватизирована теми, кто проживал там. И в результате вот постсоветские города имеют самый высокий уровень домовладения в районе 90%, вообще во всем мире, да, то есть это очень высокий уровень 90%. К сожалению, на постсоветском пространстве не возникла основательная система социального жилья. Высокий уровень домовладения, неурегулированность застройки и монополизация сферы недвижимости привели к ряду социальных проблем. Эта ситуация характерна для всех постсоветских городов. Советский подход к городскому планированию на базе микрорайонной застройки оставил много пространства, которое стало активно застраиваться. Это привело к пространственной сегрегации, вплоть до заборов, да, вокруг этих жилых комплексов. И за этими заборами могут находиться там маленькие садики, скверы, парковки, рестораны, там, салоны красоты для своих. Это очень интересный феномен. Здесь на фотографии это наш бишкекский кейс. Вам видно, да, что вот там было пространство, и мы начали застраивать. Это вот начало стройки. Здесь был сквер с фонтаном в советское время. И мы даже вот поднимали вопрос об этом, что сквер лучше реставрировать, восстановить. Люди пользовались им, но сейчас там уже возвели каркас для двух зданий, бизнес-центр здесь будет. Я вот там недавно была, я вот просто представляю вот те дома, а там вот, вот в эту сторону находится площадь Победы, она очень тоже популярна среди горожан, там вот, и молодежи много, которые там катаются на скейтах, роликах и так далее. И вот люди, которые там жили, они прямо, у них была такая панорама, они видели площадь, и сейчас ну, все закрыто, да, это вот про плотность застройки, потому что очень часто поднимают вопрос, плотность застройки, это хорошо или плохо, вот здесь вот, когда вот такая, такое уплотнение происходит, это, конечно, плохо. Да. Что такое социальное жилье? Социальное жилье, это вот, допустим, в советское время, когда строились доступные квартиры, вот я думаю, сейчас дальше вы поймете, да, потому что есть премиум жилье, допустим, социальное жилье, премиум жилье могут себе не все позволить, да, а социальное это как раз таки для сотрудников каких-то государственных органов, да, например. Да, что его не было, да? Нет, в постсоветское время не возникла система, основательная система социального жилья, да, потому что все перешло, все стали играть по правилам рыночной игры. Дальше, да, я еще более поздно. Есть проект социального жилья, больше он минимизирован совершенно. У нас сейчас? Да, даже в душе. Вторая проблема, которая возникла, недоступность жилья, которая опять же приводит к уплотнению, но уплотнение уже внутри квартир, да. То есть доходы многих бишкечан не позволяют им даже снимать жилье. Нормой стало проживание в одной квартире одновременно нескольких поколений, когда жили с родителями, там, с бабушкой, дедушкой и так далее. Становится популярным снимать квартиру вместе, и вот недавно у нас появился такой вид коммунального жилья, как кулинги. Здесь фотография одного из кулингов УЛО. Это у нас такой лидер, да, наверное, на рынке по коворкингу и кулинговому пространству. Третья проблема – изменяется архитектурный облик центра и срез жителей. В историческом центре появляются вот такие вот высотки, это жилье премиум класса. Дома строятся ввысь, игнорируя высотность, плотность окружающей застройки, мощность электросетей и систем водоснабжения. Застройщик не занимается поддержанием дома в будущем. То есть его задача продать квадратный метр сейчас, и потом он просто умывает руки. Да, и понятно, что при строительстве не учитывается окружающая инфраструктура и среда. Это вот бишкекский тоже пример. Да, да. Просто срываются. Да, видно, да, насколько вот такая свеча вырастает и насколько она не вливается, да, вот в этот облик абсолютно. И вот четвертая, одна из четвертых проблем. Проблем, конечно, много. Экономика государств стала перетекать в города. Да, понятно почему. Они стали разрастаться вширь. Вне центра находятся по большей части районы безрабочих мест, опять же, надлежащей транспортной, социальной и коммерческой инфраструктуры.
эти районы не очень безопасны, да, особенно там для женщин, детей. Жилье за городом снимают менее привилегированные члены общества. Ну вот по сравнению, допустим, с Америкой, за городом вот в такой монтажной застройке обычно живет средний класс. У нас же это в основном живут малоимущие. У нас даже есть такое понятие, кто-то когда-то ему сказал, но сейчас максимально пытаются, ну, стараются его не использовать, такой саманный пояс вокруг города, потому что город разрастается шире, и вот саманный говорит, да, там, о качестве жилья, да, там, об условиях жизни. И вот сейчас говорите также о том, что там топят углем в основном, это в лучшем случае углем, а иногда даже там мусором, резиной и так далее. И если вы слышали, то пришли, это большая проблема со смогом зимой, да, и большая часть загрязнения происходит за счет отопления углем. Почему я это все рассказываю? Я считаю, что вот вчера даже кто-то это озвучил, для того, чтобы говорить о деколонизационных процессах, нужно осмыслить наше колониальное прошлое, да, не только говорить, там, скажем, о минусах, да, этого прошлого. Хотя вот вчера было опять же мнение, что могут ли быть плюсы, да, но вот сейчас вы сами сделаете выводы, что нам делать дальше, да, ну, или, по крайней мере, мы задумаемся, да, об этом. Да, вот, кстати, хочу сказать, что буквально впервые, вот сколько уже, 30 лет независимости, и вот жилье новое, и вообще город складывался совершенно хаотичным образом, в нарушении всех норм строительства, генплана и так далее. Понятно, что это сфера большой коррупции, да. И вот буквально только на днях на официальном уровне заговорили о том, чтобы запретить точечную застройку и ввести поквартальное проектирование города, да, то есть надлежащей инфраструктуры. Когда мы говорим об инфраструктуре, вот чтобы для тех, кто не сталкивался с этим раньше, я объясню, что вот сейчас даже когда вот ты покупаешь квартиру, объявления, они показывают квартиру внутри, да? Как выглядит двор, как выглядит, есть ли там школы, детские сады. Вот это вот очень мало кто указывает, и я думаю, это тоже показывает на то, что вот новые застройщики, или вот даже видела там клубный дом со всей инфраструктурой. И перечисляется инфраструктура, там спортивный зал, кофейня, уборки. То есть даже те же застройщики, ну может быть они понимают, да, но им невыгодно людей информировать об этом. То есть инфраструктура, социальная инфраструктура туда не входит, да, которая нужна, опять же, тем же семьям с детьми и так далее. Да. И вот даже вот тот архитектор, союз архитекторов, который поднял этот вопрос о том, чтобы запретить точечную застройку, он провел расчет. Это настолько не характерно для Бишкека, когда люди делают подсчеты и обосновывают свои выводы этими данными, что он говорит, вот они сказали вот этот вот новый жилой район, которые собираются строить, они, значит, хотят там построить школу, ну, по планам, то есть они не будут строить школу, но, типа, там, государство запланировало построить школу, там, пару детских садов, и эти подсчеты показывают, что, допустим, в этих домах будет жить 10 тысяч человек, допустим, да, сколько там будет, примерно, почитать, помню, сколько будет детей, и совершенно очевидно становится, что эта школа, эти детские сады, они не потянут, они не смогут принять детей из этих домов, да, и вот такого у нас не делается. Я когда это прочитала, думаю, вау, неужели вот, ну, появились люди, которые готовы это озвучить, потому что даже озвучить это достаточно смелый шаг, да, и, да, вот. После 90-х по советским странам было не по карману содержать крупные архитектурные объекты, они обветшали. И таким образом Бишкек лишился многих зданий, в том числе архитектурных памятников и исторических памятников. Здесь вот вы видите сверху вниз, какое здание было в советское время. Буквально в 17-м году это ресторан «Нары». Он был памятником архитектуры, ниже фотографии, где его разрушили. И тоже там было столько манипуляций, потому что
Обмечали, сказали, что там построили гостиницу. Народ стал возмущаться в социальных сетях, потому что у нас есть исследования, которые доказывают, что жителям острова не хватает зеленых зон, и просто там пешеходной доступности нет, да, там парков, скверов и так далее. И вот тогда тогдашний мэр, а у нас в Бишкеке очень часто меняются мэры, буквально в позапрошлом году поменялось 9 мэров. Да, в прошлом году был один мэр, но он такой тихий, незаметный, и поэтому так долго сидит, да, не делает громких высказываний. Вот, такой марионеточный мэр. Вот, и пообещали построить сквер. Потом, когда все улеглось, все уже практически успокоились и забыли об этом. Ну вот недавно появилась информация, что там заложили капсулу, будет бизнес-центр, деловой центр. И гостиница вот. Да, да, деловой центр, это как бы такая конспирация, что ли, не знаю, да, одно дело гостиница. Тут... Ну и людям уже подняться второй раз, да, по тому же поводу, тем более уже когда разрушено здание, достаточно сложно. Еще есть же такой момент, когда ты борешься, да, там, с чем-то, и ты видишь тщетность этого, то, ну да, то есть сложно, да, второй раз начать эту волну. А вот во втором столбике это гостиница Исык-Куль, исторический тоже памятник и архитектурный, и она обветшала очень сильно, ее позапрошлом году ее снесли, полтора года назад, и сейчас там будет строиться новая администрация президента. Вот этого я вам показывала, администрация президента Белый дом, которая сейчас. А, и что произошло? Да, они переносят это вот на окраине города, то есть они хотят разгрузить. Это вот цифры по, мы делали журналистское исследование, это цифры по тому, сколько, ну, что происходит с памятниками, со зданиями памятниками. Многие снесены, многие заброшены, есть какие-то, которые нам вообще не удалось найти на карте. То есть на карте они есть, приезжаешь туда, этого нету. Вот. Это вот очень важная часть для нас, это вот про осознание нашего колониального прошлого, про деколонизацию мышления. Сразу же, даже не сразу после получения независимости, а за день до этого дня был открыт вот 30 августа 1991 года, а 31 августа у нас день независимости, да, в том же году, буквально за день. Был открыт мемориальный комплекс «Атабеит», в переводе с кыргызского это «Могила отцов». Здесь были захоронены тела 137 деятелей Кыргызстана разных этносов, которые были расстреляны сталинским режимом в 1938 году. Этот комплекс находится в 30 километрах от Бишкека. Позже, в 2008 году, здесь был похоронен Чингиз Айтматов. В 2010 году здесь были захоронены тела погибших от пуль снайперов, участники Апрельской революции 2010 года. И в 2016 году в комплексе открыли памятник героям и погибшим во время Уркуна. Слышали кто-нибудь об этом, кроме кыргызстанцев? Это национально-освободительное восстание кыргызского народа против социализма в 2016 году. Достаточно табуированная тема. Но вот, причем, вот, когда его открыли, и последующее первое время об этом не говорили открыто, да, то есть как бы его открыли, но такой публичной кампании не было об этом. Вот буквально в последние годы туда стали чаще приезжать, проводить какие-то церемонии, проводить памяти и так далее. Это Манаса Илы, этнографический комплекс. Его строительство было приурочено к празднованию тысячелетия этноса Манас в 1995 году. Это место стало очень популярным, когда его открыли, потому что, ну, вот, в черте города не было ничего похожего. И многие молодожены в день свадьбы приезжали сюда для фотосессии. Это стало новым местом, куда приезжали молодожены. Но сейчас он тоже очень сильно улучшал, нынешний президент его
обещал восстановить, но он, кстати, находится как раз-таки рядом с той гостиницей Секури, где собираются построить новую администрацию президента. Возможно, это послужит, это соседство послужит тому, что комплекс восстановят. И говорят, что даже собирается построить целое село по подобию села, ну, миниатюрное село по подобию села, в котором живут у нас. То есть вот в 95-м его построили, а мы уже отпечатали. Да. То есть его совершенно... Вот его построили, и пусть он как бы, ну, само живет, да. И, то есть у людей, людям не приходило в голову, что такие объекты нужно поддерживать, да. А идея птицы, да? Да, в общем, тут это не полностью снимок, снимок с дрона, это просто самый такой живописный снимок, который я нашла. Честно скажу, я там давно не была. То есть я была, туда очень много туристов водили, потому что это очень такой в национальном стиле мини-городок. Вот, и в какой-то момент просто, ну, про него забыли, потому что, видимо, он был не очень приглядным видом. Этот мемориал жертвам Иркуна сделали в Караполе, какой-то другой город на берегу Секури находится. Он был открыт в 16 году в честь столетия восстания. И вот, кстати, я вот тоже, когда готовила этот материал, я узнала, что, оказывается, первая пятница августа установлена днем памяти Иркуна. Ну, кто из Кыргызстана, вы слышали об этом? Mm-hmm. Да? Это очень важная дата. Я думаю, нам нужно вот задуматься, да, о том, как популяризировать, да, этот день. Первая пятница августа. Даже кафели похожи на кафели, которые есть в парке Победы у нас. Да. И по стилистике тоже похоже. Но у нас вообще другое, другой парк он посвящен. Не Победы. Угу. Пушкова. Да. Здесь вы можете увидеть, вообще было бы хорошо, если бы вы погуглили, я не стала видео ставить. Это кинетическая инсталляция мемориальная, она тоже установлена в память жертв Иркуна. Ее сделали художницы кыргызстанские Алтынкапалова и Кина Юсупова. Вот. Но она установлена тоже не в городе, даже не вблизи города. Она находится вот на берегу Исыкуля, на горе Джерулган-Тоо, но это тоже не просто так, потому что именно вот по этой дороге пришлось бежать кыргызам, которые бежали от царизма, да, которые были против того, что происходило на их родине. Она кинетическая, когда дует ветер, она звучит, и когда там изображены спутники на лошадях, на верблюдах, то есть это караван, а когда сильный ветер, то изображение исчезает. Когда не сильный ветер, она просто вот играет звук красивый. Было бы классно видео посмотреть. Да, можно загуглить потом. Или я попозже, у нас будет еще время, я найду, потому что думаю, там еще так просто. Вот, да. Что касается повседневного облика города, вчера в первую очередь спросили про улицы, да, и да, про улицы в первую очередь вспоминают, любят у нас переименовывать, да, то есть они были функциональными, но эстетически некрасивыми. И не было вовлечения в дискуссию, то есть гражданское общество не могло принимать участие в принятии решений. Я родилась в селе в Иссык-Кульской области, в селе под названием Комсомол, в прошлом он так назывался. Вот на верхней фотографии вы видите четырехэтажные дома. И вот эта часть Комсомола называлась Новым Комсомолом. Был еще Старый Комсомол. В Старом Комсомоле жили традиционно иссык-кульские местные жители. Это была малоэтажная застройка, частная застройка. А Новый Комсомол – это вот были многоэтажные здания, кирпичные, панельные, где жили сотрудники «Авроры». «Аврора» вот в нижнем правом углу – это санаторий, очень известный в Кыргызстане. Вот. И вот в этих многоэтажных домах жили сотрудники. Почему
почему я об этом говорю, ну, вот мое детство прошло там, и вот тогда это было совершенно неочевидным. Для меня сейчас это очевидно, что вот в новой части села жили преимущественно русские. Вот этот вот дом, который, видите, самый длинный, это самый большой дом в Новом Комсомоле, там 4 подъезда, и в нем жило всего 2 кыргызских семьи, включая нашу. Вот. И, то есть старый Новый Комсомол, само понятие, да, вот объясняет все, потому что, то есть, старый Комсомол это была такая туземная часть, да, а Новый Комсомол это была цивилизация, все, что вот связано с будущим, да, с прекрасным настоящим. Я не знаю, как дело обстоит в Бишкеке, потому что я переехала в Бишкек уже в довольно взрослом возрасте, но я думаю, что такая тенденция сохранялась и в Бишкеке. И вот моя подруга, которая в детстве жила в южном регионе, она рассказывает, что когда она в детстве с родителями приехала в Бишкек, ее поразило, насколько город был русским, да, то есть население Бишкека было в основном русские, мы, соответственно, кыргызы были кыргызоязычными. Я вот сейчас хочу сказать, что сейчас Бишкек тоже сильно отличается от регионов, в нем говорят на русском языке очень много. Вот. И это такая сегрегация, да, вот, между Бишкеком и остальным Кыргызстаном, не очень хорошая, вообще сегрегация, насколько может быть хорошей. Никак. Ну, собственно, да, в нашем городе. Если говорить о бронежилой сектор, крупные архитектурные объекты в советское время строились так, чтобы показать величие советской власти. И рядом с такими большими массивными зданиями люди чувствовали себя маленькими и ничтожными. Да? То есть это не просто потому что красиво, да, смотрелось, в этом был свой идеологический смысл. И вот здесь вы видите слева это дом правительства. Белый дом мы его называем, а сверху это театр Приполета, снизу это филармония наша. Да. Имеете в виду, имеете в виду какие-то государственные здания? Да, 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 да. Ну, потому что жилой сектор, он строился с точки зрения функциональности больше, да? Ну, если не считать сталинскую жилую застройку, да, там, понятно, с нюансами. Но, а такие вот культурные объекты, общественные объекты, да, они строились. И вообще они очень сильно похожи, если вы вот посмотрите, да. Да, очень сильно похожи. Но их же строили разные архитекторы в разных. Да. Но почему-то они все одинаковые. Да, советский модернизм, да. То есть были общие направления, даже было такое, что когда местные архитекторы хотели построить что-то свое, новое, то, что не видят, то есть им нужно было пройти процедуру согласования, утверждения, и многие просто не проходили. То есть все, что было централизовано, через Москву проходило. И тем более архитектурный облик столицы, он жестко контролировал. А в позднем Советском Союзе там 80-е? Ну, знаете, там уже все очень зыбко, 80-е на самом деле, но я не могу сказать, что я не архитекторка, я это просто изучала. Но я думаю, да, вплоть, вот у нас даже есть очень многие постройки, если брать не город, когда там в конце 80-х устроили села, да, в каких-то отдаленных районах для разработки месторождений каких-то, да, их тоже очень, вот там размах был очень большой. Это говорит о том, что даже в конце 80-х, то есть никто не думал, да, там о развале Советского Союза и много бюджетов вкладывалось. А потом наступили 90-е, и там просто сейчас никто не живет, стоят огромные объекты, которые разваливаются, никто там не живет уже, это проект. Да, размах всегда был. Ну и я хочу еще сказать, что вот добавьте сюда вот к этим зданиям лозунги различные про стремление к коммунизму, труд, дружбу, которые там несли буквально из каждого утюга, да, они были везде, отражались в искусстве и других сферах жизни горожан. Памятники Ленина, да, те же, которые очень узнаваемы. Вы сказали, что они подавляют. По-моему, они больше вызывают сопричастность к чему-то большому. Спасибо за ваше мнение. Но вот официально, когда читаешь труды историков по архитектуре... 5 минуты мы в коммунизме. Ну, коммунизма-то не было, мы к нему стремились. Я имею в виду, что это уже островки, прям вот уже все. Да, 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 но это вот опять же, это не просто для того, что... Главная цель не показать ничтожность человека, да, а показать величие советской власти. Вот то, о чем вы говорите, это величие
как бы, да, это про величие. Да, но сам факт того, знаете, даже есть вот такое понятие, как человеческий масштаб. Слышали, да, про него? То есть, когда человек стоит перед большим, огромным, высотным зданием, то ему некомфортно становится. Это как бы это такие естественные чувства, которые вызывают крупные здания. Как в церквях, кафедрах, ну, да, прежде всего, ты заходишь, там огромные потолки. Религиозные институты использовали. Да. Ой, так, у меня зависло, да? Сейчас только появляется. Сейчас по-разному. Сейчас касса МИИ, это все уже не сопричастность. Самый большой флаг. Самый большой флаг. У вас там все самое большое. Заходите. Да, прошу прощения за заминку, там крутится дальше. А вот, да, закрутилось, спасибо. В общем, переходим плавно к постсоветскому периоду. Вместе с концом этого периода прошли ряд трансформаций, всем нам известные. Когда планирование сверху вниз прекратилось, пришлось усвоить условия рыночной экономики. Эти перемены усилили неравномерность между большими городами и малыми городами и селами. В советское время сохраняли равномерность с помощью такого инструмента, как прописка. Да? То есть тогда без прописки ты не мог, да, там жить в каком-то другом городе. То есть это было препятствие для свободного перемещения, да, между сельской и городской местностью. Сфера, испытавшая глубокое влияние перемен, стало жилье. В начале 90-х в Кыргызстане, как и в других постсоветских странах, большая часть жилищного фонда была приватизирована теми, кто проживал там. И в результате вот постсоветские города имеют самый высокий уровень домовладения в районе 90%, вообще во всем мире. Да? То есть это очень высокий уровень 90%. К сожалению, на постсоветском пространстве не возникла основательная система социального жилья. Высокий уровень домовладения, неурегулированность застройки и монополизация сферы недвижимости привели к ряду социальных проблем. Эта ситуация характерна для всех постсоветских городов. Советский подход к городскому планированию на базе микрорайонной застройки оставил новое пространство, которое стало активно застраиваться. Это привело к пространственной сегрегации, вплоть до заборов, да, вокруг этих жилых комплексов. И за этими заборами могут находиться там маленькие садики, скверы, парковки, рестораны, там, салоны красоты для своих. Это очень интересный феномен. Здесь на фотографии это наш бишкекский кейс. Вам видно, да, что вот там было пространство, и мы начали застраивать. Это вот начало стройки. Здесь был сквер с фонтаном в советское время. И мы даже вот поднимали вопрос об этом, что сквер лучше реставрировать, восстановить. Люди пользовались им, но сейчас там уже возвели каркас для двух зданий, бизнес-центр здесь. Я вот там недавно была, я вот просто представляю вот те дома, а там вот, вот в эту сторону находится площадь Победы, она очень тоже популярна среди горожан, там вот, и молодежи много, которые там катаются на скейтах, роликах и так далее. И вот люди, которые там жили, они прямо, у них была такая панорама, они видели площадь, и сейчас все закрыто, да. Это вот про плотные застройки, потому что очень часто поднимают вопрос, плотные застройки, это хорошо или плохо. Вот здесь вот, когда вот такое уплотнение происходит, это, конечно, плохо. Да. Что такое социальное жилье? Социальное жилье, это вот, допустим, в советское время, когда строились доступные квартиры. Вот я думаю, сейчас дальше вы поймете, да, потому что есть премиум жилье, допустим, социальное жилье. Премиум жилье могут себе не все позволить, да, а социальное это как раз таки для сотрудников каких-то государственных органов, да, например. Потому что его не было, да? В постсоветское время не возникла система, основательная система социального жилья, да, потому что все перешло, все стали играть по правилам рыночной игры. Дальше, да, я еще более... Есть проект социального жилья, больше но они минимизированы совершенно. У нас сейчас? Да, даже в душе. Вторая проблема, которая возникла, недоступность жилья, которая опять же приводит к уплотнению, но уплотнение уже внутри квартир, да.
То есть доходы многих бишкечан не позволяют им даже снимать жилье. Нормой стало проживание в одной квартире одновременно нескольких поколений, когда живут с родителями, там, с бабушкой, дедушкой и так далее. А становится популярным снимать квартиру вместе, и вот недавно у нас появился такой вид коммунального жилья, как кулилинги. Здесь фотография одного из кулилингов УО, это у нас такой лидер, да, наверное, на рынке по коворкингу и кулилинговому пространству. Третья проблема – изменяется архитектурный облик центра и срез жителей. В историческом центре появляются вот такие вот высотки, это жилье премиум-класса. Дома строятся ввысь, игнорируя высотность, плотность окружающей застройки, мощность электросетей и систем водоснабжения. Застройщик не занимается поддержанием дома в будущем. То есть его задача – продать квадратный метр в час, и потом он просто умывает руки. Да, и понятно, что при строительстве не учитывается окружающая инфраструктура и среда. Это вот Бишкек тоже пример. Да, да. Просто срубаются. Да, видно, да, насколько вот такая свеча вырастает и насколько она не вливается, да, вот в этот облик абсолютно. И вот четвертая, одна из четвертых проблем, проблем, конечно, много. Экономика государств стала перетекать в города. Да, понятно почему. Они стали разрастаться вширь. Вне центра находятся по большей части районы безрабочих мест, опять же, надлежащие транспортной, социальной и коммерческой инфраструктуры. Эти районы не очень безопасны, да, особенно там для женщин, детей. Жилье за городом снимают менее привилегированные члены общества. Ну вот, по сравнению, допустим, с Америкой, за городом, вот в такой малоэтажной застройке обычно живет средний класс. У нас же это в основном живут малые мужчины. У нас даже есть такое понятие, кто-то когда-то ему сказал, но сейчас максимально стараются его не использовать, такой саманный пояс вокруг города, потому что город разрастается шире, и вот саманный говорит, да, там, о качестве жилья, да, там, об условиях жизни. И вот сейчас говорится также о том, что там топят углем в основном, это в лучшем случае углем, а иногда даже там мусором, резиной и так далее. И если вы слышали, то пришли большая проблема со смогом зимой, да, и большая часть загрязнения происходит за счет отопления углем. Почему я это все рассказываю? Я считаю, что вот вчера даже кто-то это озвучил, для того, чтобы говорить о деколонизационных процессах, нужно осмыслить наше колониальное прошлое, да, не только говорить, там, скажем, о минусах, да, этого прошлого. Хотя вот вчера было опять же мнение, что могут ли быть плюсы, да, но вот сейчас вы сами сделаете выводы, что нам делать дальше, да, ну или, по крайней мере, мы задумаемся, да, об этом. Да, вот, кстати, хочу сказать, что буквально впервые, вот сколько уже, 30 лет независимости, и вот жилье новое, и вообще город складывался совершенно хаотичным образом, нарушение всех норм строительства, генплана и так далее. Понятно, что это сфера большой коррупции, да. И вот буквально только на днях на официальном уровне заговорили о том, чтобы запретить точечную застройку и ввести поквартальное проектирование города, да, то есть надлежащей инфраструктуры. Когда мы говорим об инфраструктуре, чтобы для тех, кто не сталкивался с этим раньше, я объясню, что вот сейчас даже когда вот ты покупаешь квартиру, объявления, они показывают квартиру внутри, да? Как выглядит двор, как выглядит, есть ли там школы, детские сады. Вот это вот очень мало кто указывает, и я думаю, это тоже показывает на то, что вот новые застройщики, или вот даже видела там клубный дом со всей инфраструктурой, и перечисляется инфраструктура, там спортивный зал, кофейня, уборки. То есть даже те же застройщики, ну может быть они и понимают, да, но им невыгодно людей информировать об этом. То есть инфраструктура, социальная инфраструктура туда не входит, да, которая нужна, опять же, тем же семьям с детьми и так далее. Да. И вот
Даже вот тот архитектор, союз архитекторов, который поднял этот вопрос о том, чтобы запретить точечную застройку, он провел расчет, это настолько не характерно для Бишкека, когда люди делают подсчеты и обосновывают свои выводы этими данными, что он говорит, вот они сказали вот этот вот новый жилой район, который собирается строить, они, значит, хотят там построить школу, ну, по планам, то есть они не будут строить школу, но типа там государство запланировало построить школу, там пару детских садов, и эти подсчеты показывают, что, допустим, в этих домах будет жить 10 тысяч человек, допустим, да, сколько там будет, примерно почитать, помню, сколько будет детей, и совершенно очевидно, что эта школа, эти детские сады, они не потянут, они не смогут принять детей из этих домов, да, и вот такого у нас не делается. Я когда это прочитала, думаю, вау, неужели вот, ну, появились люди, которые готовы это озвучить, потому что даже озвучить это достаточно смелый шаг, да, и, да, вот. После 90-х постсоветским странам было не по карману содержать крупные архитектурные объекты, они обветшали. И вот таким образом Бишкек лишился многих зданий, в том числе архитектурных памятников и исторических памятников. Здесь вот вы видите сверху вниз, какое здание было в советское время. Буквально в 17-м году это ресторан Нары. Он был памятником архитектуры, ниже фотографии, где его разрушили. И тоже там было столько манипуляций, потому что вначале сказали, что там построили гостиницу. Народ стал возмущаться в социальных сетях, потому что у нас есть исследования, которые доказывают, что жителям острова не хватает зеленых зон, и просто там пешеходной доступности нет, да, там парков, скверов и так далее. И вот тогда тогдашний мэр, а у нас в Бишкеке очень часто меняются мэры, буквально в позапрошлом году поменялось 9 мэров. Да, в прошлом году был один мэр, но он такой тихий, незаметный, и поэтому так долго сидит, да, не делает громких высказываний. Вот, такой марионеточный мэр. Вот, и пообещали построить сквер. Потом, когда все улеглось, все уже практически успокоились и забыли об этом. Ну вот недавно появилась информация, что там заложили капсулу, будет бизнес-центр, деловой центр. Да, деловой центр, это как бы такая конспирация, что ли, не знаю, да, одно дело гостиница. Ну и людям уже подняться второй раз, да, по тому же поводу, тем более уже, когда разрушено здание, достаточно сложно. Еще есть же такой момент, когда ты борешься, да, там, с чем-то, и ты видишь тщетность этого, то, ну да, то есть сложно, да, второй раз начать эту волну. А вот во втором столбике это гостиница Исыкуль, исторический тоже памятник и архитектурный, и она обветшала очень сильно, ее в позапрошлом году ее снесли, полтора года назад, и сейчас там будет строиться новая администрация президента. Вот это я вам показывала, администрация президента Белый дом, которая сейчас. А, и что произошло? Да, они переносят это вот на окраине города, то есть они хотят разгрузить. Это вот цифры мы делали журналистское исследование, это цифры по тому, сколько, ну, что происходит с памятниками, со зданиями памятниками. Многие снесены, многие заброшены, есть какие-то, которые нам вообще не удалось найти на карте, то есть на карте они есть, приезжаешь туда, этого нету. Вот. Это вот очень важная часть для нас, это вот про осознание нашего колониального прошлого, про деколонизацию мышления. Сразу же, даже не сразу после получения независимости, а за день до этого дня был открыт вот 30 августа 1991 года, а 31 августа у нас День независимости, да, в том же году, буквально за день, был открыт мемориальный комплекс «Атавиит», в переводе с кыргызского это «Могила отцов». Здесь были захоронены тела 137 деятелей Кыргызстана разных этносов,
которые были расстреляны сталинским режимом в 1938 году. Этот комплекс находится в 30 километрах от Бишкека. Позже, в 2008 году, здесь был похоронен Чингиза Айтматов. В 2010 году здесь были захоронены тела погибших от пуль снайперов, участники Апрельской революции 2010 года. И в 2016 году в комплексе открыли памятник героям и погибшим во время Уркуна. Слышали кто-нибудь об этом, кроме кыргызстанцев? Это национальное освободительное восстание кыргызского народа против царизма в 2016 году. Достаточно табуированная тема. Но вот, причем, вот, когда его открыли, и в последующее первое время об этом не говорили открыто, да, то есть как бы его открыли, но такой публичной кампании не было об этом. Вот буквально в последние годы туда стали чаще приезжать, проводить какие-то церемонии, проводить памяти и так далее. Это Манаса Илы, этнографический комплекс. Его строительство было приурочено к празднованию тысячелетия Эпоса Манас в 1995 году. Это место стало очень популярным, когда его открыли, потому что ну, вот, в черте города не было ничего похожего. И многие молодожены в день свадьбы приезжали сюда для фотосессий. Это стало новым местом, куда приезжали молодожены. Но сейчас он тоже очень сильно улучшал, нынешний президент его обещал восстановить, но он, кстати, находится как раз-таки рядом с той гостиницей Сыкуль, где собирается построить новую администрацию президента. Возможно, это послужит, это соседство послужит тому, что комплекс восстановят. И говорят, что даже собирается построить целое село по подобию села, ну, миниатюрное село по подобию села, в котором жил у нас. То есть вот в 95-м его построили, а может быть еще. Да. То есть его совершенно. Вот его построили, и пусть он как бы ну, само живет, да. И, то есть у людей не, людям не приходило в голову, что такие объекты нужно поддерживать. Да. А идея птицы, да? Да, в общем, тут это не полностью снимок, снимок с дрона, это просто самый такой живописный снимок, который я нашла. Честно скажу, я там давно не была. То есть я была, туда очень много туристов водили, потому что это очень вот такой в национальном стиле мини-городок. Вот, и в какой-то момент просто ну, про него забыли, потому что, видимо, он был не очень приглядным видео. Этот мемориал жертвам Уркуна сделали в Караполе, Карапол это другой город, на берегу Сыкуля находится. Он был открыт в 16 году в честь столетия восстания. И вот, кстати, я вот тоже, когда готовила этот материал, я узнала, что оказывается, первая пятница августа установлена днем памяти Уркуна. Ну, кто из Кыргызстана, вы слышали об этом? Mm-hmm. Да? Это очень важная дата. Я думаю, нам нужно задуматься да, о том, как популяризировать да, этот день. Первая пятница августа. Даже кафели похожи на кафели, которые есть в парке Победы у нас. И по стилистике их тоже похожи. Но у нас вообще другое, другой парк он посвящен Дню Победы. Пушкова. Да. Здесь вы можете увидеть, вообще было бы хорошо, если бы вы погуглили, я не стала видео ставить. Это кинетическая инсталляция мемориальная, она тоже установлена в память жертв Уркуна. Ее сделали художницы кыргызстанские Алтын Капалова и Акина Юсупова. Вот. Но она установлена тоже не в городе, даже не вблизи города. Она находится вот на берегу Сыкуля, на горе Джералган-Тоо, но это тоже не просто так, потому что именно вот по этой дороге пришлось бежать кыргызам, которые бежали от царизма, да, которые были против того, что происходило на их родине. Она кинетическая, когда дует ветер, она звучит, и когда там изображены
спутники на лошадях, на верблюдах, то есть это караван. А когда сильный ветер, то изображение исчезает. Когда не сильный ветер, она просто вот играет звук красивый. Было бы классно видео. Да, можно загуглить потом. Или я попозже, у нас будет еще время, я найду. То, что думаю, там еще так просто. Вот. Да. Что касается повседневного облика города, вчера в первую очередь спросили про улицы, да, и да, про улицы в первую очередь вспоминают. Любят у нас переименовывать улицы депутаты парламента. Вот. В общем, деколониальные процессы, они отражаются на названиях улиц. Все переименованные улицы носят имена как близких мужчин-деятелей. Ну, я не зря акцентирую мужчин, понятно, да? Все-таки, ну, что все-таки дело не в финансировании, да, не в недостатке финансирования, а в халатном отношении муниципальных служб, соответственно, властей, которые так все контролируют, к этому вопросу. Да? То есть, ну, не очень серьезно они к этому относятся. Ну, мы переименовали, ладно? Да, и вот этот вот мем, там вот как раз сверху, у нас вообще вот недавно снова этот тренд появился в Твиттере, когда, допустим, у нас вот есть улица Абдрахманова, но ее по старинке называют Советская. Ну, это вот ее советская название, улица Советская. Вот, и вот вчера она сказала, что со временем это забудется, да, то есть новое поколение не будет помнить старые названия, но вот улица Советская настолько въелась, всем уже новое поколение называет ее так. И у нас есть очень популярный перекресток Моссовет. Mm-hmm. Это пересечение Московская, Советская, и вот Моссовет. Ну, как бы очень лаконично, да, запоминаешься, и все, ты ничего не сделаешь. А? Да, 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 да. Очень популярное место, да. И вот здесь вот этот вот мем, он про то, что вот Советская Абдрахманова, ну, то есть это одна и та же улица, и, допустим, гуглишь, она Абдрахманова, да, по факту она Советская. Ну что еще плохо можно вставить? Советская, она раздроблена, то есть до какого-то места Абдрахманова, до такого какого-то места Байтихбатыр. Да еще там что-то. Лебесово. Да, и да, и да, непонятно, да. Поэтому проще сказать просто Советская. Да. Ну, кстати, вот то, что одну улицу несколько на разных ее отрезках называют по-разному, это нормальная практика в городах, так что это, ну, не страшно. Но думаю, да, нам усложняет процесс, да, когда ты говоришь Советская и понятно, называешь район в каком районе, да. Ну да, она в нескольких местах называется по-разному. У нас еще есть очень популярный бульвар Эркиндык, который раньше назывался бульвар Дзержинского. И за ней закрепился такой топоним Дзержинка. И он до сих пор очень-очень распространен, к сожалению. Но еще, видите, здесь такой момент, то есть резко как бы все понятно, а вот с Дзержинским немногие знают историю, да, насколько этот человек сыграл роль, да, для кармийского народа, поэтому, да, вот, допустим, это вот приходит через осознание, когда я говорила, и мы тоже называли Дзержинку Дзержинкой, и мы даже выпустили серию открыток и назвали пешком по Дзержинке, и когда мне друзья сказали, что это не Олах, их очень много по городу, то есть мы видим наши азиатские, кыргызстанские лица, мы видим известных людей, да, которые важны для нашей истории. Но они создаются, конечно, в большинстве своем частным сектором, да, и независимыми художниками, но это очень классный тренд, который набирает обороты, и город становится краше, да, и плюс еще и несет такой очень классный смысл. Здесь я насобирала кусочки, как еще сейчас можно увидеть признаки деколониальных процессов. В Бишкеке это отражение кыргызского языка, допустим, в таких различных вечеринках, да, Джакшипати мы видим, или вот название бара, айланта, айланта, вот слово кружись, да? Все правильно? Да.
В архитектуре мы встречаем, вот внизу вы увидите юрты, но опять же это свойственно вот такое качественное исполнение в частном секторе, в коммерческом, секторе, здесь это ресторан Супаран. Также вот возле филармонии на снимке с дрона можно видеть, что газоны оформлены в виде национальных орнаментов, это тоже очень распространенная практика. Это очень красиво смотрится. В колониальных процессах в урбанизме они вот по капле, да, можно сказать, потому что вот этого осознания у нас не произошло, потому что урбанизм это такая очень практическая часть, да. Если дискурса в других сферах жизни не происходит об этом, то понятно, что это не отражается в такой практической части, как в организме. И вот вчера тоже Асель говорила о том, что национальные орнаменты использовались в советское время, да, это так. У нас даже вот в начале этого года мой коллега мне задал вопрос, почему вот в советское время на жилых домах делали орнаменты, да, сейчас не делают. И сейчас, понятно, я нахожу ответы на это вот про осмысление, да, деколонизации, колонизации, остановки, вот, может быть, я думаю, в разных странах Центральной Азии, там тоже, да, вот остановки, это вот прям памятники такие, да, которые сейчас, особенно в сельской, да, местности, да, они очень красивые. Да, они нужные, да, вот, наверное, в большинстве случаев, но как памятники они очень классные. Да. Но вот вчера сказали тоже, кто-то сказал, что в советское время это использовалось больше как инструмент экзотизации, да, а сейчас, когда мы присваиваем это себе, это несет совершенно другой смысл, когда мы используем все эти культурные вещи. И вот еще очень часто используют национальные орнаменты в заборах, к сожалению, да, ну, как бы это такие... простейшие вещи, но это хорошо, конечно, сами заборы по себе это плохо, но да, заборы стараются сделать красивыми, да, таким образом. Так вот ничего не было. Да, вот то, что сейчас уличная торговля, да, это тоже элементы, которые в урбанизмах, они очень сильно влияют на то, как выглядит наш город, и вот то, что у нас стали появляться национальные напитки на улицах города, это тоже, я считаю, признаки этого чудесного процесса, который сейчас происходит. Это курут, да, вот по-казахски не знаю, что это курут, а на турчинском курут, курут тоже, да? Да, очень много курута, и самый популярный фастфуд – это самса, конечно. Да, хорошо. Да, что мне хочется сказать, вот на этих фотографиях вы видите пешеходную зону, которую сделали, благоустроили в последнее время, и такие зоны появляются все больше и больше, как ее оформили. Да, вот, использовали всем известные символы разных западных городов. Да, то есть я вот понимаю, что можно сделать его же уникальным, да, это место, использовать свою символику и так далее, но вот люди идут по такому пути, к сожалению. У нас где Эйфелева башня? Да, 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 Эйфелева башня у нас в нескольких местах. Еще в парке есть пляты, сразу все Да, это какая-то копирка очень легкая, которая используется, да, в разных местах. Я думаю, такие вещи еще очень, то есть вот на государственном уровне же такого дискурса нет, но если объявлять открытые конкурсы, да, то все будет намного прозрачнее, интереснее, да, многообразнее, потому что именно вот среди молодого поколения очень развит вот этот дискурс, и это любовь ко всему национальному, поэтому... Мало архитектурный год, конечно, требует крепости, структуры. Здесь, может быть, это немного офф-топ, но мне хотелось об этом сказать, про то, чтобы вы понимали контекст Кыргызстана и в настоящее время. Это вот дом правительства,
наверное, до прихода Сатыра Джапара, нынешнего президента, он пришел 3 года, да? 3 года, не знаешь? 2 года. Да, 2 года, да, 2 года с небольшим, то есть дом был долгое время за забором. Забор, да, на котором тоже использовано. Да, забор, время Акаева. Акаева, да. Ну, если я не ошибаюсь. И вот когда он пришел, забор снесли, была красивая легенда, что мы хотим стать открытие и так далее. Все происходит с точностью до наоборот, забора нет, но забор становится все меньше и меньше, да, то есть это говорит о том, что ну, ну понятно, что забор это больше символ. Я честно пришла мысль, что у Джапара была просто личная вендетта этому забору, да, то, что он перевязал через него, там порвал себе одежду. Вот, не говорит о том, что это было чем больше, да, чем это. А люди восприняли это как очень хороший знак. И по поводу демократических процессов, это наша площадь, центральная площадь, она сохранилась с советского времени. То есть это такой большой кусок города, закатанный в асфальт, безжизненная площадь абсолютно. Ну, она красиво выглядит. И здесь, там вот здание, вы видите, большое, в нижнем левом углу, это исторический музей. То есть вот раньше, вот эта вот часть, она была свободна полностью, и здесь можно было собираться большими скоплениями людей на митинги и так далее. И вот, вот такое разделение площади, ее разделили фонтаном, клумбами, скамейками. Это тоже такой инструмент власти для того, чтобы люди не собирались вместе. Почему? Мы говорим о том, что в обороне секретариата общественного пространства они несут политический смысл в том числе. То есть почему они важны для города, для горожан, что люди могут там собираться, знакомиться, общаться, находить общий интерес, там, ну, образно говоря, планировать революции. Да? И вот для того, чтобы люди не собирались, власть использует такие методы разделения пространства. Вот. Ну и вот опять же в прошлом году я уже об этом говорила, когда говорила про бульвар Инвик, там вот, да, сделали запрет официально на проведение митингов и маршей в различных местах города, центральных, которые раньше были очень популярны для митингов, в частности это пространство возле Белого дома, людей отправляют просто там на улицы не центральные, где никто не услышит, не видит и так далее. По-моему, дополнительные опции на различных площадях, когда они, по крайней мере, на примере Душанбе, муниципальные власти делали для того, чтобы расширять бюджет. Что делают, не поняла. Ну, вот, допустим, устанавливают новые клубы, скамейки, прочее-прочее, с тем, чтобы потом больше осваивать бюджет, расширять. Ну, это да, это всегда присутствует, но куда же без этого, да, но... Причем, вы знаете, вот лавочки же тоже могут, можно поставить так, чтобы люди общались. Да. Можно их поставить так, чтобы люди там не общались. Либо призывали к... Да, то есть по проектировке можно понять, какие цели были, да, у этого. У нас исключительно расширение. Чтобы при скамейке, что люди друг друга не видят. Да. В общем, на этом официальная часть закончена. Я хочу вам сказать, что я хотела бы, чтобы... Я вам расскажу сейчас про инструмент урбанистический, активистский, такой как городские интервенции. Я бы хотела, чтобы вы поделились на группы и подумали, как мы можем говорить о важных вопросах, которые мы обсуждаем на этой конференции, как их можно интегрировать в городские пространства, да, в наших городах, в наших странах. Это будет практическая работа, но если у вас сейчас есть какие-то вопросы, то давайте, да, давайте их обсудим. Вот у нас, вот я заметила, что у вас везде в Павлодаре, допустим, я снимала на улице. И очень интересно, потому что там обычно смотришь, там есть фотография девушки, мы сделали несколько лет назад, может быть, 7 назад, ко дню
Победы, да. У девочки такое лицо, она относится к радости. То есть, допустим, у Казахстана есть такая позиция, да, то, что он национальности народ и так далее. И у девочки вроде бы азиатский цвет глаз, глаза голубые. И то есть прям смотришь и не можешь понять. Я где-то читала, то, что у нас вот на этом, то есть даже вот в таких местах, да, общественных используют эту вот позицию. Многонациональность и так далее. И это тоже очень интересно, потому что да, у нас есть, допустим, с поэтами также похожие работы, но тоже было интересно, что с ними поладали, ну, по-другому. Я думаю, у нас вот вопрос большой, кто заказывал, либо кто делал этот мурал, потому что у нас это делает независимые художники, поэтому и у нас очень много женских лиц, это здорово, это добавляет видимости женщинам. Но и очень часто, вот здесь вот, допустим, нет этого, очень часто муралы отражают социальные проблемы. Допустим, у нас была пару лет назад другая девушка похищенная, просто в семье мурал по выделению милиции, это очень обсуждалось, в обществе нанесли мурал с отражением этой девушки. Вот в ковид мы сделали мурал, посвященный врачам, очень много сделали. Да, то есть очень много-много таких вещей. И там экологических муралов. И там везде вот прям очень четко читаются наши традиции. Даже вот я помню, был даже когда-то такой дискурс, что многие вот частные компании заказывали, но это не касается этого города. Казахи, кыргызы, в принципе, похожи, да, но тем не менее, вот там озвучка какая-то там для рекламы происходила в Казахстане, ее заказывали, да, и это очень осуждалось, да, потому что там по произношению слов, да, там какой-то акцент было понятно, и вот я думаю, вот на той волне мы очень хорошо усвоили, что даже там не какое-то азиатское лицо нужно, а именно кыргызское лицо, да. Помните, когда мурал рисовали на этом же доме, где первая картина, там в углу есть еще другой мурал с изображением девушки, сейчас кыргызская девушка, но раньше изначально там было изображение Айши Алкар. И все в Твиттере начали обсуждать, почему это Бишкек, а изображение Айши Алкар, и вообще кто-нибудь спросил, а и там изображение это ее лицо мурал. Когда сразу реагировали и перерисовали, да, вот там сейчас вроде перерисовали. Это был заказ в Брюсселе. Да, точно, еще заказ в Брюсселе. Может, кто-то еще хочет спросить или сказать что-то? Есть вопрос. Спасибо большое за презентацию, очень классно. Я хотела бы спросить, как вы считаете, в целом все декалониальные процессы, которые на урбанистике происходят, насколько недостаточно, потому что вроде бы что-то происходит, вроде что-то делается, но кажется, что это какой-то такой очень маленький кусочек, который в глобальной картине не сильно влияет на облик городов у нас ну, в Кыргызстане. Если вы были в городах других стран, то, может быть, вы сможете дать оценку, что происходит там. В начале пути или в начале пути? Да, хороший вопрос. Мне кажется, я частично на него ответила уже в презентации. Это вот возвращаясь к вопросу, для того, чтобы что-то сделать, вначале нужно это осознать. Если у нас осознания нет, но вы ничего не сделаете, да? И вот по поводу переименования районов, я думаю, это вот у меня вот то, что я сейчас здесь на этой конференции, для меня сейчас это тоже очень хороший способ, да, переосмысления этого, потому что, например, мы вообще в урбанистике это не обсуждается, честно скажу, вот за 4 года существования нашей инициативы мы никогда не думали о деколониальном урбанизме, да, или вообще о таких вещах. И мы воспринимали даже, допустим, мы делали посты к Ноурузу, да, там, и другим государственным праздникам. Вот это было тоже для нас какой-то экзотикой все-таки, да,
а именно вот с этой точки зрения. Ну, то есть это и гордость, но и то же самое время экзотика, потому что этого так мало, да, это так, так штучно, то есть это нужно вот пойти по городу, да, и прям искать это целенаправленно, чтобы сделать там какой-то пост, хотя бы там 5-6 слайдов, да. Вот, и, допустим, вот у нас, вы, наверное, слышали, депутаты подняли вопрос о переименовании районов городских, да, у нас 4 основных района в городе, это Первомайский, Ленинский, Октябрьский и еще Свердловский. И Свердловский, да, спасибо. Вот, и они, да, они, ну, знаете, даже когда вот риторика депутатов, когда они говорят, давайте переименуем, но они... У них вот нету вот таких вот волшебных ключиков к сознанию людей, почему надо переименовать. А еще же у нас есть такое отторжение, что депутаты вечно чего-то переименовывают. У нас просто уже отторжение. Но я помню, когда мы сделали пост про переименование района, мы просто сделали, как нам казалось на тот момент, объективный достаточно пост, что, ну, вот, что это затрат, то есть люди должны понимать, депутаты должны понимать, что это нагрузка, ну не нагрузка, что это, то есть им нужно... Когда ты предлагаешь, ты должен понимать, во сколько это встанет, да, в какую копейку для бюджета. То есть это переименование улиц, это бумаги, да, там, это люди меняют документы. То есть, да, это тоже сложный достаточно процесс, не только с финансовой точки зрения. И я помню, что этот пост был очень популярным. Мы собрали просто, ну, огромное количество комментариев. Мы поняли, что эта тема очень важна для бишкекчан, и вот тогда впервые люди, прошаренные, конечно, они подняли вопрос колонизации и сказали, что не важно, сколько это будет стоить денег, это очень важный процесс. Вот, да, этого недостаточно, но я думаю, что в наших силах сделать это более видимо, потому что нам это необходимо. Потому что да, это вот какая-то... И найти вот этот вот подход, когда мы делаем это очень... не радикально, очень мягко, так чтобы люди... Потому что я сама, не знаю, кыргызки, и когда депутаты поднимали вопрос о том, что переходим полностью на кыргызский, у меня просто это же тревожность сильная, это отторжение вызывает. Поэтому я думаю, в таких вопросах нам нужно быть очень осторожными, да, чтобы не вызвать вот этого отторжения людей. Вот. Не знаю, ответила немножко. Спасибо. Да. У меня такой вопрос. У вас в Кыргызстане и у независимых художников есть ли какие-нибудь ограничения на какие работы, где рисовать, на какие темы? Очень чудесный вопрос. Вообще для того, чтобы... Вот, допустим, если вы берете стену дома, это частная собственность, потому что там ТСЖ есть, там соседи, домком и так далее, то есть они могут использовать как рекламную площадь. У нас даже был кейс, когда очень классный мурал завесили баннером, потому что кто там был, не помню, банк или кто-то, они заплатили за эту рекламную площадь и завесили вот чудесный мурал. Вот. Нужно договариваться с ними, да, это вот частные случаи. Естественно, если это какой-то... И вот здесь, если вы заметите, это везде частные дома. Ну, как бы не то чтобы частные, но... То есть нужно договариваться с жителями, да, там, с ТСЖ и так далее. И с ними договориться легче. А если это какая-то, конечно, общественная стена и так далее, то это будет сложнее. Но я вам покажу кейсы, и мы такое используем. Но это, конечно, радикальные такие способы. Мы делаем это без разрешения властей. Но у этого есть свой смысл, да, я думаю, у художников такого посыла нет, который делаем мы. У меня также есть опыт, знаете, расскажу тоже, мы... Это долго рассказывать, не буду понимать, это немножко расскажу потом. Вот художники, мы разговаривали с художниками, которые делают такие муралы, и они всегда говорят, это сложно. Сложно получить разрешение и так далее. И я помню, я сама говорила с главной архитекторкой, решей глав архитектуры. У нас была идея, она сказала, да, классно, мне это нравится, но покажите макет, эскиз. И все, то есть они всегда говорят, да, да, конечно, мы за, но покажите. И вот на этом этапе я, и все даже говорят, что, то есть если какой-то это будет Манас или еще что-то такое, да, то там без проблем. Но если это что-то из современного искусства, да,
то да, там большие вопросы будут. Но у нас, например, была такая мысль сделать, опять же, изображение нанести не то, которое мы хотим, не то, которое художники хотят, а мы хотели вынести это на общественное обсуждение, обсудить с горожанами. Да? И я думаю, это вот тот инструмент, которого не хватает всем, не только государству. Да? Нужно спрашивать у людей, чего они хотят, или предоставить им опции. Да? Вот есть такая, 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 и они из разных совершенно тематик, допустим, да, чтобы понять, да, настроение людей. Потому что они могут же закрасить по-хорошему, да, если не понравится. Закрасили же машину. Это же был ваш заказ, да, когда рисовали возле лужи? Да, я сейчас покажу. Да. Это еще... не наш заказ был, это не заказ. А вы сами рисовали? Да, мы сами рисовали. Еще был такой момент, когда у тебя пришла, она ушла, да? А я вот она. А, да. Ой, я искала себя там где-то. Вы же рисовались. Да. Это... Я как раз тоже хотела рассказать, если да. Время есть. В общем, у нас зависит, на самом деле, потому что вот эти вот большие залы, такие монументальные произведения искусства, которые невозможно сделать скрытым. То есть здесь в любом случае нужно договариваться с владельцем здания, с ТСЖ и с мэрией. Есть, вот, ну, есть еще так называемый партизанин, да, когда вот художники могут что-то делать в виде там стрит-арта, где-то, в принципе, не спрашивая разрешения. Мы так делали на БЧК, у нас есть южный водоканал, который никогда не использовался, потому что вода не текла. И вот его граффитисты используют для самовыражения. Я там в прошлом году делала мурал в поддержку женщин в Украине во время военных действий, вторжения российского. Вот. И вот там, когда мы опубликовали в соцсетях, на самом деле он где-то неделю стоял там спокойно, там люди ходят каждый день, ну как бы никто ничего не пробовал. Стоило нам опубликовать это в соцсетях, его там сразу через час закрасили, приехали, закрасили. И мы не знаем, кто это сделал. Возможно, это сделала мэрия или сотрудники водоканала, еще кто-то, или российские пропагандисты, мы не знаем. Вот. Ну да, начались. Что... Вот такие муралы, да, их как бы в любом случае надо согласовывать. И они чаще всего более-менее нейтральны, потому что если бы они были какие-то провокационные, то их бы просто не разрешили. Да, давайте тогда идем дальше, раз уж уже пошла тема о стрит-арте. Вот, что такое городская интервенция? Мне нравится очень это определение, потому что оно передает смысл главной городской интервенции. Ее задача сделать такой щелчок в головах людей, чтобы они посмотрели на городское пространство иначе. Это сказал немецкий урбанист и художник Миокрад Пущ. И вот на фотографии вы можете видеть пример такого щелчка. То есть, например, вы привыкли каждое утро из дома на работу проходить мимо вот такой стены. Такой или не такой, вот, ну, в данном случае такой, обрезло. И вот в какой-то момент, в какое-то утро вы видите, что в этой стене появляется шкаф. Шкаф с книгами. И ваш, вы понимаете, что это, о чем это, но у вас этот шкаф запускает процессы в голове, которые заставляют вас задуматься, зачем этот шкаф здесь, почему кто это сделал, да, могу ли я там взять книжку, положить что-то обратно и так далее. Вот, это про это. Вот задача городской интервенции в нашем случае будет, у нее есть разные задачи. Но в нашем случае донести мысль или послание. Здесь, ну, давайте мы с вами расскажем все виды фотографий, да, которые здесь. То есть это дома, которые подвешены на полях, в городском пространстве, обычно вот тут не висит. Вот как вы думаете, для чего он здесь? Поднимаю руку и ахочка, если понять. Шум, ну, города тоже очень быстро жили, тебе говорят. Да, асфальт, это еще паразитовый. Спасибо. Есть еще вариант? Там знак 30, да, кажется? Да, с скоростью, что как бы... Полицейский не хочет. Если там едут 30, то можно отдохнуть. Ага. Если бы Алексей не заметил. Есть еще какие-то варианты. Не привязывайтесь вот именно к этому определению, которое уже дали, дайте больше своей фантазии. Мне кажется, у нас, допустим, в Астане в парке есть какие-то маяки, и я часто вижу, люди просто
были, туда читать книжки, отправить. Мне кажется, это сделано для того, чтобы люди могли себя почувствовать как дома, в городском пространстве. И это такой парк, он, в принципе, по республике, по такой очень близкой части, но тем не менее, очень много людей, которые просто лежат в парке. Что это не улица, а проект. Да, пожалуйста. Это что-то типа из город для жителей, для удобства. Например, говорят, что на что по газону нельзя ходить. А почему нельзя? Там же можно отдыхать и типа такого. Они хотели бы там сказать. Да, спасибо. На самом деле правильного ответа нет. Это вот то, что каждый человек, который проходит мимо такого, думает о своем. Иногда, если вы хотите донести конкретную мысль, для того, чтобы не было разночтений, можно сделать какое-то пояснение. Где-то разными способами, либо пишут, либо человека ставят, который это объясняет. Не просто объясняет, а он коммуницирует с людьми, иногда нужно вопросы задавать, да, там, чтобы, потому что в интервенциях еще собирают, чтобы оценить результат, собирают данные. Да, данные можно собрать через наблюдение. Наблюдение можно, допустим, там человек может полежать, посидеть на этом гамаке, даже просто вернуться, да, это тоже уже реакция, которая фиксируется. Вот у нас, в наших случаях, мы обычно объясняли, мы делали посты. То есть мы делали микс такой. Вначале смотрели, как живет интервенция сама по себе, собирали эти данные, а потом уже делали объяснение. Можно делать это по-разному. Можно поставить камеру, которая будет читать реакции. Можно поставить людей, которые будут из угла взглядывать изуметно и тоже следить за реакциями. Есть много разных способов. Вот это наши интервенции. Это вот прыжок воли веры, о котором говорила РКИМ. Это вот в центре города. Вот такая огромная лужа, да, и мы решили сделать вот так вот. И, кстати, мы, кстати, проводим, у нас разные бывают интервенции с разными задачами. В данном случае на следующий день, ну, в общем, очень-очень быстро приехала мэрия, ну, не мэрия, подразделение мэрии Шлепостфальтерис, которые сделали отвод, чтобы лужи не было. Но они закрасили, они подумали, ну, все, уже нет необходимости. Но мы никогда не расстраиваемся, никогда, потому что это всегда эксперимент. И вот у граффитистов тоже есть такое правило, то есть тебя могут закрасить в любой момент, это ок, да. Вот. Это тоже очень всегда, у нас нет негативного опыта, потому что это всегда, то, что они закрасили, мы понимаем, да, вот. Это взаимодействие с властями тоже, то есть их реакция, да. А вот вторая картинка, это тоже, кстати, на том же месте, ну, рядом. Мы нарисовали дерево Майнкрафт, но вот на этой фотографии видно только дерево, а там еще пеньки. Yeah. То есть, да, вот. То есть это про то, что вырубают деревья ради расширения дорог. Mm-hmm. Вот. И вот как мы здесь делали, допустим, как измерить здесь результат, мы повесили там QR-код для того, чтобы по QR-коду мы смотрели, QR-код был на комикс, конкретный комикс про расширение дорог, такой очень сатирический, про мэрию, как мэр видит город Бишкек, он видит его из окна автомобиля, да, потому что он никогда пешком не ходит, на велосипеде не ездит, и он только вот широкие, ровные дороги для автомобиля, и все у него чудесно, да, и деревья мешают же дорогам. Вот, и потому люди, мы же видим переходы на сайт по QR-коду, мы можем посчитать, сколько человек перешло. Да. Это для других наших интервенций сверху. Это мы делали пикник на стоянке возле ЦУМа. Вот, вот если вы заметите, тут, в общем, прям тротуар и сделали стоянку нелегальную. Причем стоянка нелегальная, но ее сделали совершенно легальной. То есть там прям парковщики ЦУМа, они попробовали, брали за это деньги. Администрация ЦУМ это позволяла сделать, и мы решили показать, что как можно использовать пространство. Это вот про щелчок, да, мы помним о щелчке, то есть ты идешь, очень многие люди привыкли. И самое интересное, это очень тоже клевые штуки, когда ты идешь, ты привык ходить по этому тротуару, ты типа, о, но, да, как ты привык как через лужу прыгать, и тебе не... ты даже не думаешь, что может быть иначе, оказывается. И когда мы вышли, у нас была конкретная цель,
мы целенаправленно вышли, и мы прям исследовали, да, это место, такие, блин, это же тротуар. Да, и вот мы этой интервенции добились того, что ЦУМ сделал из этой зоны общественную зону, они поставили скамейки, они поставили в катках растения, и, в общем, оно сейчас очень популярно, машин нету. А внизу это мы покрасили велополосы на тротуаре, потому что, ну, привлекаем внимание к тому, что их нужно сделать более заметными, чтобы пешеходы по ним не ходили. Вот. А, это вот туалет за кустиком, тоже мне очень нравится эта интервенция, причем она очень-очень легкая, мы хотели привлечь внимание к отсутствию общественных туалетов. Вот, это бульвар Артенды, где нет, ну, у нас вообще очень нет туалетов во многих парках, скверах и так далее. И мы написали туалет на табличке. Сделали очень качественно, красиво, да. И даже большими буквами люди видят. И мы во многих местах повесили на деревьях. Люди подходят, и даже при случае человек говорит: туалет, где туалет? И там это кустик. И вот этот вот QR-код, он тоже вел на комикс про нехватку общественных туалетов. Вот, мы посчитали, было очень-очень популярно. Вот. Другая фотография со скамейками, это вот про то, что интервенция может быть самой маленькой и с нулевым бюджетом, или с очень маленьким бюджетом. Или это может быть фестиваль даже целый. Вот мы фестиваль в прошлом летом провели как интервенцию. Мы взяли набережную, заброшенную набережную реки и установили там несколько авторских скамеек. Вот у нас здесь Актебек сидит, и она тоже установила две скамейки. Да. Это так чудесно. Спасибо за это. То, что мы очень-очень ценим вовлечение горожан. Ну и да, кстати, очень важная штука в городских интервенциях – это вовлечение горожан. То есть если вы их не вовлекаете, вы не можете оценить импорт, у вас нет вот, данных, да, чтобы понять. Но опять же, важно помнить, что нет успешной и неуспешной интервенции. Даже если ваша гипотеза какая-то не подтвердилась, это не значит, что вы облажались. Да? То есть, если вы поняли, что ваша гипотеза не верна, это тоже результат. Вот. И это мы установили много-много скамеек на фестивале, не только про установку скамеек, а про то, что мы наполнили новыми смыслами. Да? Мы показали, как за очень маленькие-маленькие суммы можно классно благоустроить набережную и сделать ее живой, оживить. Вот, это тоже интервенция. Да, по-моему, это все. Вот, сейчас у вас будет, давайте 15 минут сделаем. Сколько у нас тут человек? Вы можете разбиться, может быть, на 3 группы или на 2, как вам удобно будет. Сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте на 2 группы разобьемся. Произвольно, либо хотите посчитаться? Давайте произвольно. Да, давайте произвольно, поровну, желательно, но так, плюс-минус разница в человеке не страшно. В общем, ваша задача взять тему этой конференции. Да? Мы же все хотим, чтобы вопросы деколонизации, мы хотим актуализировать их, да, когда приедем, вернемся в наши города. Но понятно, что вы работаете в разных сферах, да, и вы захотите это сделать в своем поприще, но сейчас свой город, он принадлежит всем, независимо от того, где вы работаете, да. У вас есть неотнимаемое право на город, которое вы можете использовать. Я могу сказать, что все наши интервенции мы делали без разрешения. Вот. Но это наш путь, да, то есть если вы решите, что вам нужно разрешение, это тоже ок, да. Помните, что то есть ваша цель популяризировать и как вы хотели бы сделать это в городском пространстве с помощью городской интервенции. Пример я вам привела, да, какие могут быть. Но, пожалуйста, не ограничивайтесь, да, это просто как примеры. Помните о том, что вот самое главное, вот эта вещь, да, сделать щелчок. Потому что очень часто, даже когда мы проводим воркшопы по городским интервенциям, люди делают просто акции, да, то есть это не обязательно изменения, то есть вы должны каким-то образом изменить пространство. То есть даже если вы изменяете, стоите с плакатом, вы уже изменяете пространство. Да? Почему, вот я говорила про митинги, про марши, это тоже важно. Это все про городское пространство, даже клуб, да, это тоже про городское пространство. Не обязательно что-то после себя оставлять, как шкаф или там, стулья, скамейки.
да, вот. Вы делитесь сейчас на две группы и думаете о задаче деколонизации наших городов, об изменении городского пространства, и как вы это делаете. Очень часто, что помогает сделать конкретную городскую интервенцию, это выбрать конкретное место. Да? То, что, возможно, вам стоит распределиться, может быть, не на две команды, а по городам, да, по странам, вам так будет удобнее, да, наверное, все-таки по странам, да? Давайте сделаем так, потому что нужно выбрать конкретное пространство и что-то там сделать. Все, поехали, у вас 15 минут. Наша проблема — это наша проблема. А если Узбекистан? А если Узбекистан? Я знаю, что еще. Надо снимать инструменты. Я тут уже понял, что я не знаю. Я сразу думала про то, что нам деревья, у нас нет деревьев. Давайте мне особенно ничего не знаю. Жарко, жарко, конечно. Я могу рассказать о нашем. Очень выросло, что есть очень такое на 8 марта. Но это у нас не сбрось. Так как вот дома у нас являются социально длинными. Это не касается государства, нам не нужно спрашивать у них разрешение. Мы хотели вот эти... Постоянно стаканы же есть, типа, вот так у женщин убили, да. И всегда говорят так, что женщины изнасилованы, и я убили. Такие мы хотели скрины просто напечатать на больших баннерах, и вот развесить на вот этих балконах. Государство не имело бы права это все снимать, потому что это частная собственность. Вот. Мы такое хотели сделать, но у нас это не получилось, потому что у нас не хватило времени. Mm-hmm. Я уже хочу сказать, что даже это касательно меня, потому что я художница, и я на бульдистка. Да, я такое свое. Это уже временная акция, да? Ну, интервенция вообще очень большая. Очень большая расстояние. Как можно? Она память работает, что это вот эти... Шоты, инстаграмы, поступки, убийства, везде, да. Там здание может сейчас отличить друг от друга и между зданиями. Вот это меня смущает. Даже у нас женщины тоже здесь. Куда он хочет хорошо, где жертвы, а невозможно. Чем-то, да, на этой конференции мы могли бы понять, и это все детали. Я просто предлагаю свою идею. Да-да-да, идея классная. Да-да-да. И еще что-нибудь расскажем, если у вас есть идея. Что для публикации? Он не для людей. Может быть, просто если продолжить про вырубку деревьев, потому что у нас жара, страшные города, да, из-за этого. Я думаю, может быть, допустим, на площади Колотов. Да, может, там не человек, не зона. Да, я не хочу построить какой-то, да, и поставить это просто. Или же я думала про силуэты деревьев, типа вот из проволоки сделать, поставить их так. Там, типа, здесь можно было бы справиться на тени, но типа, здесь могла бы быть ваша реклама, и там такое. Контур дерева, только здесь у вас могла бы тени. Сейчас, например, в воду очень опасно ходить, я меня сбивала скутером, хотя я, то есть я несла, не держала на скутерной дороге, но мне нужно было перейти дорогу. Ты дорогу туда ходишь на место, да, и вот я когда перелетела, меня сбью, я получила травмы, и столько реализации, что в колониальных процессах в урбанизме они вот
по капле, да, можно сказать, потому что вот этого осознания у нас не произошло, потому что урбанизм — это такая очень практическая часть, да. Если дискурса в других сферах жизни не происходит об этом, то понятно, что это не отражается в такой практической части, как в урбанизме. И вот вчера тоже Асель говорила о том, что национальные орнаменты использовались в советское время, да, это так. У нас даже вот в начале этого года мой коллега мне задал вопрос, почему вот в советское время на жилых домах делали орнаменты, да, а сейчас не делают. И сейчас, понятно, я нахожу ответы на это вот про осмысление, да, деколонизации, колонизации, остановки, вот, может быть, я думаю, в разных странах Центральной Азии, там тоже, да, вот остановки, это вот прям памятники такие, да, которые сейчас, особенно в сельской, да, местности, да, они очень красивые. Да, они нужные, да, вот, наверное, в большинстве случаев, но как памятники они очень классные. Да. Но вот вчера сказали тоже, кто-то сказал, что в советское время это использовалось больше как инструмент экзотизации, да, а сейчас, когда мы присваиваем это себе, это несет совершенно другой смысл, когда мы используем все эти культурные вещи. И вот еще очень часто используют национальные орнаменты в заборах, к сожалению, да, ну, как бы это такие... простейшие вещи, но это хорошо, конечно, сами заборы по себе это плохо, но да, заборы стараются сделать красивыми, да, таким образом. Так вот, ничего не было. Да, вот то, что сейчас уличная торговля, да, это тоже элементы, которые в урбанизмах, они очень сильно влияют на то, как выглядит наш город. И вот то, что у нас стали появляться национальные напитки на улицах города, это тоже, я считаю, признаки этого чудесного процесса, который сейчас происходит. Это курут. Да, вот показалось, мы не знаем, что это курут. Она в турчинском. Курут. Курут тоже, да? Да, очень много курута. И самый популярный фастфуд – это самса, конечно. Да, хорошо. Да, что мне хочется сказать, вот на этих фотографиях вы видите пешеходную зону, которую сделали, благоустроили, ну, в последнее время, и таких зон появляется все больше и больше, как ее оформили. Да, вот, использовали всем известные символы разных западных городов. Да, то есть я вот понимаю, что можно сделать его же уникальным, да, это место, использовать свою символику и так далее, но вот люди идут по такому пути, к сожалению. У нас две Эйфелевы башни. Да, 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 Эйфелева башня у нас в нескольких местах. Еще в парке есть пляжи, сразу все Кремля. Да, это какая-то копирка, да, какая-то копирка очень легкая, которая используется, да, в разных местах. Еще не в разных местах, в одном парке все это. Я думаю, такие вещи еще очень... то есть вот на государственном уровне же такого дискурса нет, но если объявлять открытые конкурсы, да, то все будет намного прозрачнее, интереснее, да, многообразнее, потому что именно вот... среди молодого поколения очень развит вот этот дискурс, и это любовь ко всему национальному, поэтому... Мало архитектурный код, конечно, требует крепости. Здесь, может быть, это немного офф-топ, но мне хотелось об этом сказать, про то, чтобы вы понимали контекст Кыргызстана и настоящее время. Это вот дом правительства до прихода Садыра Джапара, нынешнего президента, он пришел 3 года, да? 3 года, не знаешь? 2 года. 20-го. Да, 2 года, да, 2 года с небольшим, то есть дом был долгое время за забором, забор, да, на котором тоже использовано. Когда был забор, время Бакиева? Акаева. Акаева, да, ну, если я не ошибаюсь. И вот когда он пришел, забор снесли, была красивая легенда, что мы хотим стать открытием и так далее.
все происходит с точностью до наоборот, забора нет, но свобод становится все меньше и меньше, да, если говорить о том, что ну. Ну, понятно, что забор это больше символ. Я, честно, пришла мысль, что у Джапара была просто личная вендетта этому забору, да, потому что он перелезал через него, он порвал себе одежду. Вот не говорит о том, что это было чем-то большим, да, чем это. А люди восприняли это как очень хороший знак. И по поводу демократических процессов, это наша площадь, центральная площадь, она сохранилась с советского времени. То есть это такой большой кусок города, закатанный в асфальт, безжизненная площадь абсолютно. Ну, она красиво выглядит. И здесь, там вот здание, вы видите, большое, в нижнем левом углу, это исторический музей. То есть вот раньше... вот эта вот часть, она была свободна полностью, и здесь можно было собираться большими скоплениями людей на митинги и так далее. И вот такое разделение площади, ее разделили фонтаном, клумбами, скамейками. Это тоже такой инструмент власти для того, чтобы люди не собирались вместе. Почему мы говорим о том, что в обороне секретариата общественного пространства они несут политический смысл в том числе? То есть почему они важны для города, для горожан, что люди могут там собираться, знакомиться, общаться, находить общий интерес, там, ну, образно говоря, планировать революции. Да? И вот для того, чтобы люди не собирались, власть использует такие методы разделения пространства. Вот. Ну и вот опять же в прошлом году я уже об этом говорила, когда говорила про бульвар Энрик, там да, сделали запрет официально на проведение митингов и маршей в различных местах города, центральных, которые раньше были очень популярны для митингов, в частности, это пространство возле Белого дома. Людей отправляют просто там на улицы не центральные, где никто не услышит, не видит и так далее. Дополнительные опции на различных площадях, когда они, по крайней мере, на примере Душанбе, муниципальные власти делают для того, чтобы расширять бюджет. Что делают, не поняла. Ну, допустим, устанавливают новые клумбы, скамейки и прочее-прочее, с тем, чтобы потом больше осваивать бюджет, расширять. Ну, это да, это всегда присутствует, но куда же без этого, да, но... Причем, вы знаете, вот лавочки же тоже можно поставить так, чтобы люди общались. Да, да, можно их поставить так, чтобы люди там не общались. Да, чтобы да, либо призывали к... Да, то есть по проектировке можно понять, какие цели были, да, у этого пространства. У нас исключительно расширение. Чтобы эти скамейки, чтобы люди друг друга не видели. Да. В общем, на этом официальная часть закончена. Я хочу вам сказать, что я хотела бы... чтобы я вам расскажу сейчас про инструмент урбанистический, активистский, такой как городские интервенции. Я бы хотела, чтобы вы поделились на группы и подумали, как мы можем говорить о важных вопросах, которые мы обсуждаем на этой конференции, как их можно интегрировать в городские пространства, да, в наших городах, в наших странах. Это будет практическая работа, но если у вас сейчас есть какие-то вопросы, то давайте, да, давайте их обсудим. Можно вернуться к вот, у нас, вот я заметила, что у вас везде, в Павлодаре, допустим, есть на улице. И очень интересно, потому что там обычно смотришь, там есть фотография девушки, мы сделали несколько лет назад, может быть, 7 назад, ко дню победы, да, и у девочки такое лицо, она от национальности. То есть, допустим, у Казахстана есть такая позиция, да, что национальности надо и так далее. И у девочки вроде бы азиатский цвет глаз, глаза голубые. И то есть прям смотришь и не можешь понять. Я где-то читала, то, что у нас вот на этом
То есть даже вот в таких местах, да, общественных используют эту вот позицию многонациональности и так далее. И это тоже очень интересно, потому что, да, у нас есть, допустим, с поэтами также похожие работы, но тоже было интересно, почему с ними попадали. Ну, по-другому было. Я думаю, у нас вот вопрос большой, кто заказывал или кто делал этот мурал. Потому что у нас это делают независимые художники, поэтому они подготовились. И у нас очень много женских лиц, это здорово, это добавляет видимости женщинам. Ну и очень часто. Вот здесь, вот, допустим, нет этого, очень часто муралы отражают социальные проблемы. Допустим, у нас была пару лет назад какая-то девушка похищенная, последняя мурала в отделении милиции. Это очень обсуждалось в обществе. Нанесли мурал с отражением этой девушки. Вот в ковид сделали мурал, посвященный врачам, очень много сделали. Да, то есть очень много и там экологических муралов, и там везде вот прям очень четко читаются наши принципы. Даже вот помню, был даже когда-то такой дискурс, что многие вот частные компании заказывали, но это не касается города, Казань, Кыргызы в принципе похожи, да, но тем не менее вот там озвучка какая-то там для рекламы происходила. В Казахстане ее заказывали, да, и это очень осуждалось, да, потому что там по произношению слов, да, там какой-то акцент было понятно. И вот я думаю, вот на той волне мы очень хорошо усвоили, что даже там не какое-то азиатское лицо нужно, а именно кыргызское лицо, да. Помните, когда мурал рисовали на этом же доме, вот где первая картина, там в углу есть еще другой мурал с изображением девушки, сейчас кыргызская девушка, но раньше изначально там было изображение Айши Алкар. И все в Твиттере начали обсуждать, почему это Бишкек, а изображение Айши Алкар, и вообще кто-нибудь спросил, а и там изображение лицо. И тогда сразу реагировали и перерисовали. Вау, и там сейчас вроде Кыргызстан. Это был заказ в Бишке. Да, точно, еще заказ в Бишке. Может, кто-то еще хочет спросить или сказать что-то? Есть вопрос. Спасибо большое за презентацию, очень классно. Я хотела бы спросить, как вы считаете, целый цель колониальный процесс, который у нас проходит именно в урбанистике происходит, насколько недостаточно? Потому что вроде бы что-то происходит, вроде что-то делается, но кажется, что это какой-то такой очень маленький кусочек, который в глобальной картине не сильно влияет на облик городов у нас. Ну, в Кыргызстане. Если вы были в городах других стран, то, может быть, можете дать оценку, что происходит там? И в целом, где мы? В начале пути? Или в начале пути? Да, хороший вопрос. Мне кажется, я частично на него ответила уже в презентации. Это вот, возвращаясь к вопросу, для того, чтобы что-то сделать, вначале нужно это осознать. Если у нас осознания нет, но вы ничего не сделаете, да? И вот по поводу переименования районов, я думаю, это вот у меня вот то, что я сейчас здесь на этой конференции, для меня сейчас это тоже очень хороший способ, да, переосмысления этого, потому что, например, мы вообще в урбанистике это не обсуждается, честно скажу. Вот за 4 года существования нашей инициативы мы никогда не думали о деколониальном урбанизме, да, или вообще о таких вещах. И мы воспринимали даже, допустим, мы делали посты к Ноурузу, да, там, и другим государственным праздникам. Вот это было тоже для нас какой-то экзотикой все-таки, да, и вот с этой точки зрения. Ну, то есть это и гордость, но и то же самое время экзотика, потому что этого так мало, да, это так штучно, то есть это нужно вот пойти по городу, да, и прям искать это целенаправленно, чтобы сделать там какой-то пост, хотя бы там 5-6 слайдов, да, вот, и, допустим, вот у нас, вы, наверное, слышали, депутаты подняли вопрос о переименовании районов городских, да, у нас 4 основных
районов в городе. Это Первомайский, Ленинский, Октябрьский и еще Свердловский. И Свердловский, да, спасибо. Вот. И они, да, они, ну, знаете, даже когда вот риторика депутатов, когда они говорят, давайте переименуем, но они, у них вот нету вот таких вот волшебных ключиков к сознанию людей, почему надо переименовать. А еще же у нас есть такое отторжение, что депутаты вечно что-то переименовывают. У нас mm-hmm. просто уже отторжение. Но я помню, когда мы сделали пост про переименование районов, мы просто сделали, как нам казалось на тот момент, объективный достаточно пост, что, ну, вот, что это затрат, то есть люди должны понимать, депутаты должны понимать, что это нагрузка, ну не нагрузка, что это, то есть им нужно, когда ты предлагаешь, ты должен понимать, во сколько это встанет, да, в какую копейку для бюджета, то есть это переименование улиц, это бумаги, да, там, это люди меняют документы, то есть да, это тоже сложный достаточно процесс, не только с финансовой точки зрения. Я помню, что этот пост был очень популярным, мы собрали просто огромное количество комментариев, мы поняли, что эта тема очень важна для бишкекчан, и вот тогда впервые люди, прошаренные, конечно, они подняли вопрос колонизации и сказали, что не важно, сколько это будет стоить денег, это очень важный процесс. Вот, да, этого недостаточно, но я думаю, что в наших силах сделать это более видимо. Потому что нам это необходимо. Потому что да, это вот какая-то... И найти вот этот вот подход, когда мы делаем это очень не радикально, очень мягко, так чтобы люди... Потому что я сама, не знаю, кыргызки, и когда депутаты поднимали вопросы о том, что переходим полностью на кыргызский, у меня просто это же тревожность сильная, это отторжение вызывает. Поэтому я думаю, в таких вопросах нам нужно быть очень осторожными, да, чтобы не вызвать вот этого отторжения людей. Вот. Не знаю, ответила на ваш вопрос. Спасибо. Да. У меня такой вопрос. У вас в Кыргызстане и у независимых художников есть ли какие-нибудь ограничения на какие работы, где рисовать, на какие темы? Очень чудесный вопрос. Вообще для того, чтобы... Вот, допустим, если вы берете стену дома, это частная собственность, потому что там ТСЖ есть, там соседи, домком и так далее. То есть они могут использовать как рекламную площадь. У нас даже был кейс, когда очень классный мural завесили баннером, потому что кто там был, не помню, банк или кто-то, они заплатили за эту рекламную площадь и завесили его чудесный мural. Вот. Нужно договариваться с ними, да, это вот частные случаи. Естественно, если это какой-то... И вот здесь, если вы заметите, это везде частные дома. Ну, как бы не то чтобы частные, но... То есть нужно договариваться с жителями, да, там с ТСЖ и так далее. И с ними договориться легче. А если это какая-то, конечно, общественная стена и так далее, то это будет сложнее. Но я вам покажу кейсы, мы такое используем, но это, конечно, радикальные такие способы. Мы делаем это без разрешения властей. Но у этого есть свой смысл, да, я думаю, у художников такого посыла нет, который делаем мы. У меня также есть опыт, знаете, расскажу тоже, мы... Это долго рассказывать, не буду понимать, это немножко расскажу потом. Вот художники, мы разговаривали с художниками, которые делают такие муралы, и они всегда говорят, это сложно. Сложно получить разрешение и так далее. И я вот помню, я сама говорила с главной архитекторкой, вышли главной архитектуры. У нас была идея, она сказала, да, классно, мне это нравится, но покажите макет, эскиз. И все, то есть они всегда говорят, да, да, конечно, мы за, но покажите. И вот на этом этапе я, и все даже говорят, что, то есть если какой-то это будет Манас или еще что-то такое, да, то там без проблем. Но если это что-то из современного искусства, да, то да, там большие вопросы будут. Но у нас, например, была такая мысль сделать опять же изображение, нанести не то, которое мы хотим, не то, которое художники хотят, а мы хотели вынести это на общественное обсуждение, сидеть с горожанами. Да, и я думаю, это вот тот инструмент, которого не хватает всем, не только государству. Да, нужно спрашивать людей, чего они хотят, или предоставить им опции, да, вот есть такая, 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 и они из разных совершенно тематик, допустим, да, чтобы понять, да, настроение.
людей. Потому что могут же закрасить по-хорошему, да, если не понравится. А вот закрасили же машины. Это же был ваш заказ, да, когда рисовали возле мужа? Да, я сейчас покажу. Да, это не наш заказ был, это не заказ. А вы сами рисовали? Да, мы сами рисовали. Еще был такой момент, когда у тебя пришла, она ушла. Да? А я вот она. А, да. Ой, я искала себя там где-то. Вы же рисовались. Да, это... Я как раз тоже хотела рассказать, если время есть. В общем, у нас зависит на самом деле, потому что вот эти вот большие залы, это монументальные произведения искусства, которые невозможно сделать скрытым. То есть здесь в любом случае нужно договариваться с владельцем здания, с ТСЖ и с мэрией. Есть, вот, ну, есть еще так называемый партизанин, да, когда вот художники могут что-то делать в виде там стрит-арта, где-то, в принципе, не спрашивая разрешения. Мы так делали на БЧК, у нас есть южный водоканал, который никогда не использовался, никакого вода не текла. И вот его граффитисты используют для самовыражения. Я там в прошлом году делала мурал в поддержку женщин в Украине во время военных действий, вторжения российского. Вот. И вот там, когда мы опубликовали в соцсетях, на самом деле он где-то неделю стоял там спокойно, там люди ходят каждый день, ну как бы никто ничего не трогал. Стоило нам опубликовать это в соцсетях, его там сразу через час закрасили, приехали, закрасили. И мы не знаем, кто это сделал. Возможно, это сделала мэрия или сотрудники водоканала, еще кто-то, или российские пропагандисты, мы не знаем. Вот. Ну да, начались. Вот такие муралы, да, их как бы в любом случае надо согласовывать. И они чаще всего более-менее нейтральны, потому что если бы они были какие-то провокационные, то их бы просто не разрешили. Да, давайте тогда идем дальше, раз уж уже пошла тема о стрит-арте. Вот, что такое городская интервенция? Мне нравится очень это определение, потому что оно передает смысл главной городской интервенции. Ее задача сделать такой щелчок в головах людей, чтобы они посмотрели на городское пространство иначе. Это сказал немецкий урбанист и художник Миокард Пущ. И вот на фотографии вы можете увидеть пример такого щелчка. То есть, например, вы привыкли каждое утро из дома на работу проходить мимо вот такой стены. Такой или не такой, вот, ну, в данном случае такой, обрезло. И вот какой-то нет, в какое-то утро вы видите, что в этой стене появляется шкаф. Шкаф с книгами. И ваш, вы понимаете, что это, о чем это, но у вас этот шкаф запускает процессы в голове, которые заставляют вас задуматься, зачем этот шкаф здесь, почему кто-то сделал, да, могу ли я там взять книжку, положить что-то обратно и так далее. Вот, это про это. Вот задача городской интервенции в нашем случае будет, у нее есть разные задачи, но в нашем случае донести мысль или послание. Здесь, давайте мы с вами расскажем все виды фотографий, да, которые здесь. То есть это дома, которые подвешены на городском пространстве, обычно он тут не висит. Вот как вы думаете, почему он здесь? Поднимаю руку и хочу, если понять, что там. Шум, ну, быстро жили, тебе говорят. Да, оставьте, это что-то разрезовано. Спасибо. Есть еще вариант? Там знак 30, да, кажется? Ну, это связано со скоростью, что как бы... Полицейский или если там едут 30, то можно отдохнуть. Если водитель не заметил 30. Есть еще какие-то варианты. Не привязывайтесь вот именно к этому определению, которое уже дали. Дайте больше своей фантазии. Мне кажется, у нас, допустим, в Астане в парке есть какие-то мужики, и я часто вижу, люди просто будни, идут туда, читают книжки, отдыхают. Мне кажется, это сделано для того, чтобы люди могли себя почувствовать как дома, в городском пространстве. И это такой парк, он, в принципе, в республике, в такой очень близкой части, но тем не менее, очень много людей, которые просто лежат в этот парк. Что это не улица, а парк? Да, пожалуйста. Может, это что-то типа из «Город для жителей»,
для удобства, например, говорят, что на что по газону нельзя ходить. А почему нельзя? Там же можно отдыхать и типа такого. Они хотели бы там сказать. Да, спасибо. На самом деле правильного ответа нет. Это вот то, что каждый человек, который проходит мимо такого, думает о своем. Иногда, если вы хотите донести конкретную мысль, для того, чтобы не было разночтений, можно сделать какое-то пояснение. Делать это разными способами, либо пишут, либо человека ставят, который это объясняет. Не просто объясняет, а он коммуницирует с людьми, иногда нужно вопросы задавать, для того, чтобы... потому что в интервенциях еще собирают, чтобы оценить результат, собирают данные. Да? Данные можно собрать через наблюдение. Наблюдение можно, допустим, там человек может полежать, посидеть на этом гамаке, даже просто вернуться, да, это тоже уже реакция, которая фиксируется. Вот у нас, в наших случаях, мы обычно объясняли, мы делали посты. То есть мы делали микс такой. Мы вначале смотрели, как живет интервенция сама по себе, собирали эти данные, а потом уже делали объяснение. Можно делать это по-разному. Можно поставить камеру, которая будет читать реакции. Можно поставить людей, которые будут из угла выглядывать незаметно и тоже следить за реакциями. Есть много разных способов. Вот это наши интервенции. Это вот прыжок воли и веры, о котором говорила РКИМ. Это вот в центре города. Вот такая огромная лужа, да, и мы решили сделать вот так вот. И, кстати, мы проводим, у нас разные бывают интервенции с разными задачами. В данном случае на следующий день, в общем, очень-очень быстро приехала мэрия, подразделение мэрии Шкеф-Асфальт-Сервис, которые сделали отвод, чтобы лужи не было. Но они закрасили, они подумали, все, уже нет необходимости. Но мы никогда не расстраиваемся, никогда, потому что это всегда эксперимент. И вот у граффитистов тоже есть такое правило, то есть тебя могут закрасить в любой момент, это ок, да? Вот. Это тоже очень всегда, у нас нет негативного опыта, потому что это всегда, то, что они закрасили, мы понимаем, да? Вот. Это взаимодействие с властями тоже, то есть их реакция, да? А вот вторая картинка, это тоже, кстати, на том же месте, рядом. Мы нарисовали дерево Майнкрафт, но вот на этой фотографии видно только дерево, а там еще пеньки. То есть это про то, что вырубают деревья ради расширения дорог. Вот. И вот как мы здесь делали, допустим, как измерить здесь результат, мы повесили там QR-код для того, чтобы по QR-коду мы смотрели, QR-код вел на комикс, конкретный комикс про расширение дорог, такой очень сатирический, про мэрию, как мэр видит город Бишкек, он видит его из окна автомобиля, да, то, что он никогда пешком не ходит, на велосипеде не ездит, и он только вот широкие, ровные дороги для автомобиля, и все у него чудесно, да, и деревья мешают же дорогам. Вот, и потому люди, мы же видим переходы на сайт по QR-коду, мы можем посчитать, сколько человек перешло. Да. Это две других наши интервенции сверху. Это мы делали пикник на стоянке возле ЦУМа. Тут вот, если вы заметите, тут, в общем, прям тротуар и сделали стоянку нелегальную. Причем стоянка нелегальная, но ее сделали совершенно легальной. То есть там прям парковщики ЦУМа, они попробовали, брали за это деньги. Администрация ЦУМа это позволяла сделать, и мы решили показать, что как можно использовать пространство. Это вот про щелчок, да? Мы помним о щелчке. То есть ты идешь, очень многие люди привыкли. И самое интересное, это очень тоже клевые штуки, когда ты идешь, ты привык ходить по этому тротуару, ты типа ок, но да, ты привык как через лужу прыгать, и тебе не... ты даже не думаешь, что может быть иначе, оказывается. И когда мы вышли, у нас была конкретная цель. И мы целенаправленно вышли, и мы прям исследовали, да, это место, такие, блин, это же тротуар, да, и вот мы этой интервенции добились того, что ЦУМ сделал из этой зоны общественную зону, мы поставили скамейки, мы поставили в катках растения, и, в общем, оно сейчас очень популярно, машин нету. А внизу это мы покрасили белые полосы на тротуаре, потому что
ну, привлекаю внимание к тому, что их нужно сделать более заметными, чтобы пешеходы по ним не ходили. Вот. Это вот туалет за кустиком, тоже мне очень нравится эта интервенция, причем она очень-очень легкая, мы хотели привлечь внимание к отсутствию общественных туалетов. Вот, это бульвар Артенды, где нет, ну, у нас вообще очень нет туалетов во многих парках, скверах и так далее. И мы написали туалет. Это было на табличке. Сделали очень качественно, красиво, да. И даже большими буквами люди видят. И мы во многих местах повесили на деревьях. Люди подходят, и даже были случаи, когда человек говорит: туалет, где туалет? И там, за кустиком. И вот этот вот QR-код, он тоже вел на комикс про нехватку общественных туалетов. Вот, мы посчитали, было очень-очень популярно. Вот. А другая фотография со скамейками, это вот про то, что интервенция может быть самой маленькой и с нулевым бюджетом, или с очень маленьким бюджетом. Или это может быть фестиваль даже целый. Вот мы фестиваль прошлым летом провели как интервенцию. Мы взяли набережную, заброшенную набережную реки и установили там несколько авторских скамеек. Вот у нас здесь Актебек сидит, и она тоже установила две скамейки там. Это так чудесно. Спасибо за это, потому что мы очень-очень ценим вовлечение горожан. Ну и да, кстати, очень важная штука в городских интервенциях – это вовлечение горожан. То есть если вы их не вовлекаете, вы не можете оценить импакт, у вас нет вот, данных, да, чтобы понять. Но опять же, важно помнить, что нет успешной и неуспешной интервенции. Даже если ваша гипотеза какая-то не подтвердилась, это не значит, что вы облажались. Да? То есть, если вы поняли, что ваша гипотеза неверна, это тоже результат. Вот. И это, мы установили много-много скамеек на фестивале, не только просто много скамеек, а про то, что мы наполнили новыми смыслами. Да? Мы показали, как за очень маленькие-маленькие суммы можно классно благоустроить набережную и сделать ее живой, оживить. Вот, это тоже интервенция. Да, по-моему, это все. Вот, сейчас у вас будет, давайте 15 минут сделаем. Сколько у нас тут человек? Вы можете разбиться, может быть, на 3 группы или на 2, как вам удобно будет? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Давайте на 2 группы разобьемся. Произвольно, либо хотите посчитаться? Давайте произвольно. Да, давайте произвольно, поровну, желательно, но там, плюс-минус разница в человеке не страшно. В общем, ваша задача взять тему этой конференции. Да? Мы же все хотим, чтобы вопросы деколонизации, мы хотим актуализировать их, да, когда приедем, вернемся в наши города. Но понятно, что вы работаете в разных сферах, да, и вы захотите это сделать в своем поприще, но сейчас все, город, он принадлежит всем, независимо от того, где вы работаете. Да. У вас есть неотнимаемое право на город, которое вы можете использовать. Я могу сказать, что все наши интервенции мы делали без разрешения. Вот. Но это наш путь, да. То есть если вы решите, что вам нужно разрешение, это тоже ок. Да. Помните, что то есть ваша цель популяризировать и как вы хотели бы сделать это в городском пространстве с помощью городской интервенции. Пример я вам привела, да, какие могут быть. Но, пожалуйста, не ограничивайтесь, да, это просто как пример. Помните о том, что вот самое главное, вот эта вещь, да, сделать щелчок. Потому что очень часто, даже когда мы проводим воркшопы по городским интервенциям, люди делают просто акции, да, то есть это не обязательно изменения, то есть вы должны каким-то образом изменить пространство. То есть даже если вы изменяете, стоите с плакатом, вы уже изменяете пространство. Да? Почему, вот я говорила про митинги, про марши, это тоже важно. Это все про городское пространство, даже клуб, да, это тоже городское пространство. Не только что-то после себя оставлять, как шкаф или там стулья с книгой. Да? Вот. Вы делитесь сейчас на две группы и думаете о задаче деколонизации наших городов, об изменении городского пространства и как вы это делаете. Очень часто, что помогает сделать конкретную городскую интервенцию, это выбрать конкретное место. Да? То, что, возможно, вам стоит распределиться, может быть, не
именно две команды, а по городам, да, по странам, вам так будет удобнее, да, наверное, все-таки по странам, да? Давайте сделаем так, потому что нужно выбрать конкретное пространство и что-то там сделать. Все, поехали, у вас 15 минут. Наша проблема – это наша проблема. А не только на Казахстан? А есть Узбекистан? Я знаю, что еще. Надо занимать инструменты. Я тут уже понял, где я. Спасибо. Я сравнила про то, что нам деревья есть, и у нас нет деревьев. Давайте мы особо не понимаем. Жарко, жарко. Я могу сказать, что наш очень выросший, очень такое, на 8 марта. Вот, но это у нас не сбрось, так как вот дома у нас являются социально длинными. Это не касается государства, нам не нужно спрашивать у них разрешение. Мы хотели вот эти... У нас такая же есть, типа, вот женщину убили, да. И всегда говорят, что женщина изнасилована, и она где-то. Такие мы хотели скрины просто напечатать на больших баннерах и вот развесить на вот этих балконах. Государство не имело бы права это все снимать, потому что это частная собственность. Вот. Мы такое хотели сделать, но у нас это не получилось, потому что у нас не хватило времени. Я уже хочу сказать, что даже это касательно меня, потому что я художница, и я на да. Я как бы свое время. Ну, интервенция вообще очень большие расстояния. Как можно? Сейчас на памяти, что я должна была. Вот эти инстаграмы. У нас мусор. Скриншоты, инстаграмы, постановки, убийства. Это лайфы. Везде, да. Там здание можно сейчас друга и между зданиями. Вот это меня смущает. Даже у нас женщины тоже здесь. Куда он хочет жертвы, а кем-то, чем сама жила. Да, но это не интервенция, мы могли бы понять, и это все детали. Я просто предлагаю свою идею. Да-да-да, идея классная. Я думала про силуэт деревьев, типа вот из проволоки сделать, поставить их так, и там, типа, здесь можно было бы справиться на тени, вот типа здесь Здесь могла бы быть ваша реклама и там такое. Контур дерева, только здесь у вас могла бы тени. Сейчас, например, тут очень опасно ходить. У меня сбивала скутер, хотя я... Я несла не очень важно на скутерной дороге, но мне нужно было перейти дорогу. Ты дорогу проходишь это место, да? И вот я когда переходила, меня сбило, я получила травмы. И вот это реализация, что да. Колониальных процессах в урбанизме, они вот по капле, да, можно сказать, потому что вот этого осознания у нас не произошло, потому что урбанизм – это такая очень практическая часть, да, и если дискурса в других сферах жизни не происходит об этом, то понятно, что это не отражается в такой практической части, как урбанизм. И вот вчера тоже Асель говорила о том, что
национальные орнаменты использовались в советское время, да, это так. У нас даже вот в начале этого года мой коллега мне задал вопрос, почему вот в советское время на жилых домах делали орнаменты, да, а сейчас не делают. И сейчас, понятно, я нахожу ответы на это вот про осмысление, да, деколонизации. Остановки, вот, может быть, я думаю, в разных странах Центральной Азии, там тоже, да, вот остановки, это вот прям памятники такие, да, которые сейчас, особенно в сельской, да, местности, да, они очень красивые, да, они нужные, да, вот, наверное, в большинстве случаев, но как памятники они очень классные, да. Но вот вчера сказали тоже, кто-то сказал, что это, в советское время это использовалось больше как инструмент экзотизации, да, а сейчас, когда мы присваиваем это себе, это несет совершенно другой смысл, когда мы используем все эти культурные вещи. И вот еще очень часто используют национальные орнаменты в заборах, к сожалению, да, ну, как бы это такие простейшие вещи, но это хорошо, конечно, сами заборы по себе это плохо, но да, заборы стараются сделать красивыми. Таким образом, так вот ничего не было. Да, вот то, что сейчас уличная торговля, да, это тоже элементы, которые урбанизма, они очень сильно влияют на то, как выглядит наш город, и вот то, что у нас стали появляться национальные напитки на улицах города, это тоже, я считаю, признаки этого чудесного процесса, который сейчас происходит. Это курут, да, вот по-казахскому не знаю, что это курут, а на турчинском курут, курут тоже, да? Да, очень много курута, и самый популярный фастфуд – это самса, конечно. Да, тоже. Да, что мне хочется сказать, вот на этих фотографиях вы видите пешеходную зону, которую сделали, благоустроили ну, последнее время, и таких зон появляется все больше и больше, как ее оформили. Да, вот, использовали всем известные символы разных западных городов. Да, то есть я вот понимаю, что можно сделать его же уникальным, да, это место, использовать свою символику и так далее, но вот люди идут по такому пути, к сожалению. У нас две Эйфелевы башни. Да, 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 Эйфелева башня у нас в нескольких местах. Еще и... парк есть, гляды, сразу все Да, это какая-то копирка, да, очень легкая, которая используется, да, в разных местах. Еще один раз, но я... в одном парке все это. Я думаю, такие вещи еще очень, то есть вот на государственном уровне же такого дискурса нет, но если объявлять открытые конкурсы, да, то все будет намного прозрачнее, интереснее, да, многообразнее, потому что именно вот среди молодого поколения очень развит вот этот дискурс, и это любовь ко всему национальному, поэтому... Здесь, может быть, это немного офф-топ, но мне хотелось об этом сказать, про то, чтобы вы понимали контекст Кыргызстана и настоящее время. Это вот дом правительства до прихода Садыра Джапара, нынешнего президента, он пришел 3 года, да? 3 года, конечно. 2 года. 20. Да, 2 года, да, 2 года с небольшим, то есть дом был долгое время за забором. Забор, да, которым тоже использовано. Когда вы строили забор, вы делали Акаева. Акаева, да. Ну, если я не ошибаюсь. И вот когда он пришел, забор снесли, была красивая легенда, что мы хотим стать открытием и так далее. Все происходит с точностью до наоборот, забора нет, но свобод становится все меньше и меньше. Да? То есть это говорит о том, что... Ну, понятно, что забор – это больше символ. Я, честно, пришла мысль, что у Джапара была просто личная вендетта этому забору, да, то, что он перевязал через него, там, порвал себе одежду. Вот, вот не говорит о том, что это было чем-то большим, да, чем
чем это. А люди восприняли это как очень хороший знак. И по поводу демократических процессов, это наша площадь, центральная площадь, она сохранилась с советского времени. То есть это такой большой кусок города, закатанный в асфальт, безжизненная площадь абсолютно. Ну, она красиво выглядит. И здесь, там вот здание, вы видите, большое, в нижнем левом углу, это исторический музей. То есть вот раньше... вот эта вот часть, она была свободна полностью, и здесь можно было собираться большими скоплениями людей на митинги и так далее. И вот, вот такое разделение площади, ее разделили фонтаном, клумбами, скамейками. Это тоже такой инструмент власти для того, чтобы люди не собирались здесь. Почему мы говорим о том, что в области ряд общественного пространства они несут политический смысл в том числе? То есть почему они важны для города, для горожан, что люди могут там собираться, знакомиться, общаться, находить общие интересы, ну, образно говоря, планировать революции. Да? И вот для того, чтобы люди не собирались, власть использует такие методы разделения пространства. Ну и вот опять же в прошлом году я уже об этом говорила, когда говорила про бульвар Инвик, там да, сделали запрет официально на проведение митингов и маршей в различных местах города, центральных, которые раньше были очень популярны для митингов. В частности, это пространство возле Белого дома. Людей отправляют просто там на улицы не центральные, где никто не услышит, не видит и так далее. Дополнительные опции на различных площадях, которые мы, по крайней мере, могли на примере Душанбе, муниципальные власти делают для того, чтобы расширять бюджет. Что делают, не поняла. Ну, допустим, устанавливают новые клумбы, скамейки и прочее-прочее, с тем, чтобы потом больше осваивать бюджет, расширять. Ну, это да, это всегда присутствует, но куда же без этого, да, но... Причем, вы знаете, вот лавочки же тоже можно поставить так, чтобы люди общались. Да, да. Можно их поставить так, чтобы люди там не общались. Да, чтобы либо призывали к... Да, то есть по проектировке можно понять, какие цели были, да, у этого пространства. У нас исключительно расширение. Вот эти скамейки, что люди друг друга не видят. Да. В общем, на этом официальная часть закончена. Я хочу вам сказать, что я хотела бы... чтобы я вам расскажу сейчас про инструмент урбанистический, активистский, такой как городские интервенции. Я бы хотела, чтобы вы поделились на группы и подумали, как мы можем говорить о важных вопросах, которые мы обсуждаем на этой конференции, как их можно интегрировать в городские пространства, да, в наших городах, в наших странах. Это будет практическая работа, но если у вас сейчас есть какие-то вопросы, то давайте, да, давайте их обсудим. Можно вернуться к вопросу? Вот, у нас, вот я заметила, что у вас везде, в Павлодаре, как семья, на улице. И очень интересно, что там обычно смотришь, там есть фотография девушки, сделали несколько лет назад, может быть, 7 назад, в одни победы, да, и у девочки такое лицо, интернациональности. То есть, допустим, у Казахстана есть такая позиция, да, то, что интернациональности надо и так далее. И у девочки вроде бы азиатский цвет глаз, глаза голубые. И то есть прям смотришь и не можешь понять. Я где-то читала, что у нас вот на этом, то есть даже вот в таких местах, да, общественных используют эту вот позицию многонациональности и так далее. Это тоже очень интересно, потому что да, у нас есть, допустим, с поэтами также похожие работы, но это тоже было интересно. Я думаю, у нас вот вопрос большой, кто заказывал либо кто делал этот мурал, потому что у нас это делает независимая
независимые художники, поэтому... Они поговорили с тем, и у нас очень много женских лиц, это здорово, это добавляет видимости женщинам. Но и очень часто, вот здесь вот, допустим, нет этого, очень часто муралы отражают социальные проблемы. Допустим, у нас была пару лет назад другая девушка похищенная, поступление в брак, определение милиции. Это очень обсуждалось в обществе, нанесли мурал с отражением этой девушки. Вот в ковид сделали мурал, посвященный врачам, очень много сделали. Да, то есть очень много-много таких вещей. И там экологических муралов. И там везде вот прям очень четко читаются наши традиции. Даже вот, я помню, был даже когда-то такой дискурс, что многие вот частные компании заказывали, но это не касается города. Казахи, кыргызы, в принципе, похожи, да, но тем не менее, вот там озвучка какая-то там для рекламы происходила в Казахстане, ее заказывали, да, и это очень осуждалось, да, потому что там по произношению слов, да, там по акценту было понятно, и вот я думаю, вот на той волне мы очень хорошо усвоили, что даже там не какое-то азиатское лицо нужно, а именно кыргызское лицо, да. Помните, когда муралы рисовали на этом же доме, вот где первая картина, там в углу есть еще другой мурал с изображением девушки, сейчас кыргызская девушка, но раньше изначально там было изображение Айши Алкар. Да. И все в Твиттере начали обсуждать, почему это Бишкек, а изображение Айши Алкар, и вообще кто-нибудь спросил, а и да, изображение ее лицо неправильно. И тогда сразу реагировали и перерисовали мурал, и там сейчас вроде подвезли. Не выставили. Это был заказ в Бишкеке. Да, точно, еще заказы были съемки. Да. Может, кто-то еще хочет спросить или сказать что-то? Есть вопрос. Спасибо большое за презентацию, очень классно. Я хотела бы спросить, как вы считаете, в целом среди колониальных процессов, которые на урбанистике происходят, насколько недостаточно? Потому что вроде бы что-то происходит, вроде что-то делается, но кажется, что это какой-то такой очень маленький кусочек, который в глобальной картине не сильно влияет на облик городов у нас в Кыргызстане. Если вы были в городах других стран, то, может быть, можете дать оценку, что происходит там? И в целом, где мы? В начале пути? Или в начале пути? Да, хороший вопрос. Мне кажется, я частично на него ответила уже в презентации. Это вот... Возвращаясь к вопросу, для того, чтобы что-то сделать, вначале нужно это осознать. Если у нас осознания нет, но вы ничего не сделаете, да? И вот по поводу переименования районов, я думаю, это вот, у меня вот то, что я сейчас здесь, на этой конференции, для меня сейчас это тоже очень хороший способ, да, переосмысления этого, потому что, например, мы вообще в урбанистике это не обсуждается. Честно скажу, вот за 4 года существования нашей инициативы мы никогда не думали о деколониальном урбанизме, да, или вообще о таких вещах. И мы воспринимали даже, допустим, мы делали посты к Ноурузу, да, там, и другим государственным праздникам. Вот это было тоже для нас какой-то экзотикой все-таки. Да, и вот с этой точки зрения. Ну, то есть это и гордость, но и то же самое время экзотика, потому что этого так мало, да, это так штучно, то есть это нужно вот пойти по городу, да, и прям искать это целенаправленно, чтобы сделать там какой-то пост хотя бы там 5-6 слайдов, да, вот, и, допустим, вот у нас, вы, наверное, слышали, депутаты подняли вопрос о переименовании районов городских. Да, у нас 4 основных района в городе. Это Первомайский, Ленинский, Октябрьский и еще Свердловский. И Свердловский, да, спасибо. Вот. И они, да, они, но, знаете, даже когда вот риторика депутатов, когда они говорят, давайте переименуем, но они. У них вот нету вот таких вот волшебных ключиков в сознании людей, почему надо переименовать. А еще же у нас есть такое отторжение, что депутаты вечно что-то переименовывают. У нас просто уже отторжение. Но я помню, когда мы сделали пост про переименование районов, мы просто сделали
как нам казалось на тот момент, объективный достаточно вход, что, ну, вот, что это затрат, то есть люди должны понимать, депутаты должны понимать, что это нагрузка, ну не нагрузка, что это, то есть им нужно, когда ты предлагаешь, ты должен понимать, во сколько это встанет, да, в какую копейку для бюджета. То есть это переименование улиц, это бумаги, да, там, это люди меняют документы. То есть да, это тоже сложный достаточно процесс, не только с финансовой точки зрения. И я помню, что этот пост был очень популярным. Мы собрали просто огромное количество комментариев. Мы поняли, что эта тема очень важна для бишкекчан. И вот тогда впервые люди, прошаренные, конечно, они подняли вопрос колонизации. И сказали, что не важно, сколько это будет стоить денег, это очень важный процесс. Вот. Да, этого недостаточно, но я думаю, что наша сила сделать это более видимо, потому что нам это необходимо. Потому что да, это вот какая-то... И найти вот этот вот подход, когда мы делаем это очень не радикально, очень мягко, так чтобы люди... Потому что я сама, не знаю, кыргызский, и когда... депутаты поднимали вопрос о том, что переходим полностью на кыргызский, у меня просто это тревожность сильная, это отторжение вызывает. Поэтому я думаю, в таких вопросах нам нужно быть очень осторожными, да, чтобы не вызвать вот этого отторжения людей. Вот. Не знаю, ответила немножко. Спасибо. Да. У меня такой вопрос. У вас в Кыргызстане и у независимых художников есть ли какие-нибудь ограничения на такие работы? Очень чудесный вопрос. Вообще для того, чтобы, вот допустим, если вы делаете стену дома, это частная собственность, потому что там ТСЖ есть, там соседи, домком и так далее, то есть они могут использовать как рекламную площадь. У нас даже был кейс, когда очень классный материал завесили баннером, потому что там был, не помню, банк или кто-то, они заплатили за эту рекламную площадь и завесили бы чудесный мурал. Вот. Нужно договариваться с ними, да, это вот частные случаи. Естественно, если это какой-то... Вот, и вот здесь, если вы заметите, это везде частные дома. Ну, как бы не то чтобы частные, но... То есть нужно договариваться с жителями, да, там с ТСЖ и так далее. И с ними договориться легче. А если это какая-то, конечно, общественная стена и так далее, то это будет сложнее. Но я вам покажу кейс, и мы такое используем. Это, конечно, радикальные такие способы. Мы делаем это без разрешения властей. Но у этого есть свой смысл. Да? Я думаю, у художников такого посыла нет, который делаем мы. У меня также есть опыт, знаете, расскажу тоже. Мы... Это долго рассказывать. Вот художники, мы разговаривали с художниками, которые делают такие муралы, и они всегда говорят, это сложно, сложно получить разрешение и так далее. И я помню, я сама говорила с главной архитекторкой, решей главной архитектуры, у нас была идея, она сказала, да, классно, мне это нравится, но покажите макет, эскиз. И все, то есть они всегда говорят, да, да, конечно, мы за, но покажите, и вот на этом этапе я, и все художники говорят, что, то есть если какой-то это будет Монакс или еще что-то такое, да, то там без проблем. Но если это что-то из современного искусства, да, то да, там большие вопросы будут. Но у нас, например, была такая мысль сделать опять же изображение, нанести не то, которое мы хотим, не то, которое художники хотят. Мы хотели вынести это на общественное обсуждение, обсудить с горожанами, да, и я думаю, это вот тот инструмент, которого не хватает всем, не только государству, да, нужно спрашивать у людей чего-нибудь, да? Или предоставить им опции, да, вот есть такая, 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 и они из разных совершенно тематик, допустим, да, чтобы понять, да, настроение людей, потому что они могут же закрасить по-хорошему, да, если не понравится. Закрасили же машины. Это же был ваш заказ, да, когда рисовали возле мужа? Да, я сейчас покажу. Да. Это еще... не наш заказ был, это не заказ. А вы сами рисовали? Да, мы сами рисовали. Еще был такой момент, когда у тебя пришла, она ушла. Да? Она... Я была тогда. А, она... Ой, я искала себя там где-то. Вы же рисовались. Да. Это... Я как раз тоже хотела рассказать, если время есть. В общем, у нас зависит на самом деле, потому что вот эти вот большие муралы,
такие монументальные произведения искусства, которые невозможно сделать скрытым. То есть здесь в любом случае нужно договариваться с владельцем здания, с ССЖ и с мэрией. Есть еще так называемый партизанинг, да, когда вот художники могут что-то делать в виде там стрит-арта, где-то, в принципе, не спрашивая разрешения. Мы так делали на БЧК, у нас есть южный водоканал, который никогда не использовался, потому что вода не текла. И вот его граффитисты используют для самовыражения. Я там в прошлом году делала мурал в поддержку женщин в Украине во время военных действий, вторжения российского. Вот. И вот там, когда мы опубликовали в соцсетях, на самом деле он где-то неделю стоял там спокойно, там люди ходят каждый день, ну как бы никто ничего не трогал. Стоило нам опубликовать это в соцсетях, его там сразу через час закрасили, приехали закрасили. И мы не знаем, кто это сделал. Возможно, это сделала мэрия или сотрудники водоканала, еще кто-то, или российские пропагандисты, мы не знаем. Вот. Ну да, нашли. Вот такие муралы, да, их как бы в любом случае надо согласовывать. И они чаще всего более-менее нейтральны, потому что если бы они были какие-то провокационные, то их бы просто не разрешили. Да, давайте тогда идем дальше, раз уж уже пошла тема о стрит-арте. Вот, что такое городская интервенция? Мне нравится очень это определение, потому что оно передает смысл главной городской интервенции. Ее задача сделать такой щелчок в головах людей, чтобы они посмотрели на городское пространство иначе. Это сказал немецкий урбанист и художник Меркарт Пущ. И вот на фотографии вы можете видеть пример такого щелчка. То есть, например, вы привыкли каждое утро из дома на работу проходить мимо вот такой стены. Такой или не такой, вот, ну, в данном случае такой, обрезло. И вот в какой-то момент, в какое-то утро вы видите, что в этой стене появляется шкаф. Шкаф с книгами. И ваш, вы понимаете, что это, о чем это, но у вас этот шкаф запускает процессы в голове, которые заставляют вас задуматься, зачем этот шкаф здесь, почему кто-то сделал, да, могу ли я там взять книжку, положить что-то обратно и так далее. Вот, это про это. Вот задача городской интервенции в нашем случае будет, у нее есть разные задачи, но в нашем случае донести мысль или послание. Здесь, давайте мы с вами расскажем все виды фотографий, да, которые здесь. То есть это дома, которые подвешены на городском пространстве, обычно он тут не висит. Вот как вы думаете, почему он здесь? Если там едет 30, то можно отдохнуть. Если полиция не заметил. Есть еще какие-то варианты. Не привязывайтесь вот именно к этому определению, которое уже дали. Дайте больше своей фантазии. Мне кажется, у нас, допустим, в Астане в парке есть какие-то муки, и я часто вижу, люди просто будни, идут туда, читают книжки, отдыхают. Мне кажется, это сделано для того, чтобы люди могли себя почувствовать как дома, в городском пространстве. И это такой парк, он, в принципе, по республике, такой очень близкой части, но тем не менее, очень много людей, которые просто бежат в этот парк. Что это не улица, а парк? Да, пожалуйста. Может быть, это что-то типа из город для жителей, для удобства. Например, говорят, что на что по газону нельзя ходить. А почему нельзя? Там же можно отдыхать и типа такого. Да, спасибо. На самом деле правильного ответа нет. Это вот то, что каждый человек, который проходит мимо такого, думает о своем. Иногда, если вы хотите донести конкретную мысль для того, чтобы не было разночтений, можно сделать какое-то пояснение. Делать это разными способами, либо пишут,
либо человека ставят, который это объясняет, не просто объясняет, а он коммуницирует с людьми, иногда нужно вопросы задавать, да, там, чтобы, потому что в интервенциях еще собирают, чтобы оценить результат, собирают данные, да, данные можно собрать через наблюдение. Наблюдение можно, допустим, там человек может полежать, посидеть на этом гамаке, даже просто вернулся, да, это тоже уже реакция, которая фиксируется. А вот у нас в наших случаях мы обычно объясняли, мы делали посты. То есть мы делали микс такой. Мы вначале смотрели, как живет интервенция сама по себе, собирали эти данные, а потом уже делали объяснение. Можно делать это по-разному. Можно поставить камеру, которая будет читать реакции. Можно поставить людей, которые будут там из угла выглядывать незаметно и тоже следить за реакциями. Есть много разных способов. Вот это наши интервенции. Это вот прыжок воли и веры, о котором говорила РКИМ. Это вот в центре города. Вот такая огромная лужа, да, и мы решили сделать вот так вот. И, кстати, мы, кстати, проводим, у нас разные бывают интервенции с разными задачами. В данном случае на следующий день, в общем, очень-очень быстро приехала мэрия, ну не мэрия, подразделение мэрии Шкеповского, которые сделали отвод, чтобы лужи не было. Но они закрасили, они подумали, ну все, уже нет необходимости. Но мы никогда не расстраиваемся, никогда, потому что это всегда эксперимент. И вот у граффитистов тоже есть такое правило, то есть тебя могут закрасить в любой момент, это ок, да. Вот. Это тоже очень всегда, у нас нет негативного опыта, потому что это всегда, то, что они закрасили, мы понимаем, да, вот, это взаимодействие с властями тоже, то есть их реакция, да. А вот вторая картинка, это тоже, кстати, на том же месте, ну рядом. Мы нарисовали дерево Майнкрафт, но вот на этой фотографии видно только дерево, а там еще пеньки. То есть, да, вот. Это про то, что вырубают деревья ради расширения дорог. Mm-hmm. Вот. И вот как мы здесь делали, допустим, как измерить здесь результат, мы повесили там QR-код, для того, чтобы по QR-коду мы смотрели, QR-код был на комикс, конкретный комикс про расширение дорог, такой очень сатирический, про мэрию, как мэр видит город Бишкек, он видит его из окна автомобиля, да, потому что никогда пешком не ходит, на велосипеде не ездит, и он только вот широкие, ровные дороги для автомобиля, и все у него чудесно, да? И деревья мешают же дорогам. Вот, и по тому, как люди, мы же видим переходы на сайт по QR-коду, мы можем посчитать, сколько человек перешло. Да. Это видеоклип нашей интервенции сверху, это мы делали пикник на стоянке возле ЦУМа. Это вот, если вы заметите, тут, в общем, прям тротуар и сделали стоянку нелегальную. Причем стоянка нелегальная, но ее сделали совершенно легальной. То есть там прям парковщики ЦУМа, они попробовали, брали за это деньги. Администрация ЦУМа это позволяла сделать, и мы решили показать, что как можно использовать пространство. Это вот про щелчок, да? Мы помним о щелчке. То есть ты идешь, очень много людей привыкли. И самое интересное, это очень тоже клевые штуки, когда ты идешь, ты привык ходить по этому тротуару, ты типа, ок, но, да, ты привык как через лужу прыгать, и тебе не, ты даже не думаешь, что может быть иначе, оказывается. И когда мы вышли, у нас была конкретная цель, и мы целенаправленно вышли, и мы прям исследовали, да, это место, такие, блин, это же тротуар. Да, и вот мы этой интервенции добились того, что ЦУМ сделал из этой зоны общественную зону. Мы поставили скамейки, мы поставили такие в катках растения, и в общем оно сейчас очень популярно. Машин нету. А внизу это мы покрасили белополосы на тротуаре, потому что ну, привлекаем внимание к тому, что их нужно сделать более заметными, чтобы пешеходы по ним не ходили. Вот. Это вот туалет за кустиком, тоже мне очень нравится эта интервенция, причем она очень-очень легкая, мы хотели привлечь внимание к отсутствию общественных туалетов. Вот. Это бульвар Арт-Инды, где нет, ну, у нас вообще очень нет туалетов во многих парках, скверах и так далее. И мы написали туалет.
на табличке. Сделали очень качественно, красиво, да. И даже большими буквами люди видят. И мы во многих местах повесили на деревьях. Люди подходят, и даже были ночью, когда человек говорит, туалет, где туалет? И там, это кустик. И вот этот вот QR-код, он тоже вел на комикс про нехватку общественных туалетов. Вот, мы посчитали. Было очень-очень популярно. Вот. А другая фотография со скамейками, это вот про то, что интервенция может быть самой маленькой и с нулевым бюджетом, или с очень маленьким бюджетом. Или это может быть фестиваль даже целый. Вот мы фестиваль прошлым летом провели как интервенцию. Мы взяли набережную, заброшенную набережную реки и установили там несколько авторских скамеек. Вот у нас здесь Акчебек сидит, и она тоже установила две скамейки там. Это так чудесно. Спасибо за это. То, что мы очень-очень ценим вовлечение горожан. Ну и да, кстати, очень важная штука в городских интервенциях – это вовлечение горожан. То есть если вы их не вовлекаете, вы не можете оценить импорт, у вас нет вот, данных, да, чтобы понять. Но опять же, важно помнить, что нет успешной и неуспешной интервенции. Даже если ваша гипотеза какая-то не подтвердилась, это не значит, что вы облажались. Да? То есть, если вы поняли, что ваша гипотеза неверна, это тоже результат. Вот. И это мы установили много-много скамеек на фестивале, не только про установку скамеек, а про то, что мы наполнили новыми смыслами. Да? Мы показали, как за очень маленькие-маленькие суммы можно классно благоустроить набережную и сделать ее оживительной. Вот, это тоже интервенция. Да, по-моему, это все. Вот, сейчас у вас будет, давайте 15 минут сделаем. Сколько у нас тут человек? Вы можете разбиться, может быть, на три группы или на две, как вам удобно будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Давайте на две группы разобьемся. Произвольно, либо хотите посчитаться? Давайте произвольно. Да, давайте произвольно, поровну, желательно, но там, плюс-минус разница в человеке не страшно. В общем, ваша задача взять тему этой конференции. Да? Мы же все хотим, чтобы вопрос деколонизации, мы хотим актуализировать их, да, когда приедем, вернемся в наши города. Но понятно, что вы работаете в разных сферах, да, и вы захотите это сделать в своем поприще, но сейчас все, город, он принадлежит всем, независимо от того, где вы работаете. Да. У вас есть неотнимаемое право на город, которое вы можете использовать. Я могу сказать, что все наши интервенции мы делали без разрешения. Вот. Но это наш путь, да. То есть если вы решите, что вам нужно разрешение, это тоже ок. Да. Помните, что то есть ваша цель популяризировать и как вы хотели бы сделать это в городском пространстве с помощью городской интервенции. Пример я вам привела, да, какие могут быть. Но, пожалуйста, не ограничивайтесь, да, это просто как пример. Помните о том, что вот самое главное, вот эта вещь, да, сделать щелчок. Потому что очень часто, даже когда мы проводим воркшопы по городским интервенциям, люди делают просто акции, да, то есть это не обязательно изменения. То есть вы должны каким-то образом изменить пространство. То есть даже если вы изменяете, стоите с плакатом, вы уже изменяете пространство. Да? Почему, вот я говорила про митинги, про марши, это тоже важно. Это все про городское пространство. Даже клуб, да, это тоже про городское пространство. Не только что-то после себя оставлять, как шкаф или там стулья с книгой. Да? Вот. Вы делитесь сейчас на две группы и думаете о задаче деколонизации наших городов, об изменении городского пространства и как вы это делаете. Очень часто, что помогает сделать конкретную городскую интервенцию, это выбрать конкретное место. Да? То, что, возможно, вам стоит распределиться, может быть, не на две команды, а по городам, да, по странам, вам так будет удобнее, да? Наверное, все-таки по странам. Да? Давайте сделаем так, потому что нужно выбрать конкретное пространство и что-то там сделать. Все, поехали. У вас 15 минут. Ну, да. То есть наша проблема – это наша проблема. А не только на Казахстан. А если на Казахстан? Я знаю, что. Надо выбирать.
16, 17,
22, 23, 26, как? Но я вам советую не брать все, там нужно выбрать одну, потому что когда ты ты выбираешь месседж, и нужно выбрать, не размывать фокус, понимаете? Если вы сделаете его 5, да, то это уже размоет. Если один, это будет прям... Почему для нас это важно? Потому что Таджикистан, наверное, наиболее зависимая страна из всех постсоветских стран. Потому что, если вы знаете, половина ВВП республики зависит от того, что мы на игре, миграционной игре сидим. Вот это и есть зависимость. Это очень круто. Это серьезная зависимость. Мне очень нравится, да. Спасибо большое. Это будет круто, если вы это сделаете. Потом начинается другие вопросы. Казахстан! Казахстан! Да, какая? А у вас грузится, да, тоже? Я вынесу. Не получается? Переключить картинку. Да, вот. Пожалуйста, тишина. Всем привет. Перед вами Астана, главная улица получается. Это очень такая бизи улица на левом берегу, для того, потому что это очень много пробок. И в целом проблема в Астане, город находится на левый и на правый берег. И левый берег он застроен относительно недавно. И в целом, как я человек команды из Узбекистана и Кыргызстана, решили Казахстан. Ну, в общем, на левом берегу я сейчас абсолютно неуютно, сейчас каким-то маленьким человеком. И чувствуется, что во время, когда проектировали город, его делали не для человека, а для машин. Возможно, то есть это новая часть? Это новая часть, абсолютно, да, она построена. И вот, посмотрите, вот та дорога, да, может быть, по фотографии расстояние кажется действительно небольшим, но на самом деле там пройтись, это просто невозможно. А хотите выйти и вот прям показывать рукой, может быть, так будет понятнее, потому что тут перекресток, мне непонятно, какая. Ну вот, например, с этой части, да, с этой, дойти туда, так, тут у меня вот, допустим, косметолог, которому я хожу, и там даже нет дороги для того, чтобы пройти вот обычному человеку, я хожу прям по проезжей части. Потому что просто невозможно. Там тротуары нет или все застроено, заборы? Там заборы стоят, стоят. Как хотите. И тут полная дорога, что-то такое вообще неудобно. И плюс, возможно, вы знаете, у нас не очень холодно и ветрено. И в целом это максимально неудобно. Вот. И мы хотели показать, что город построен не для людей, а для машин, с очень много машин в городе. Возможно, там такой прямой связи, где мы можем показать, не знаю, нам чуть такого не подумали, мы подумали, что было бы прикольно добавить туда куда-нибудь здесь, на этой улице, большого надувного человека, и показать, что вот, допустим, город, он очень большой, эти вот высотки, дороги очень, расстояние между домами очень большие, то есть они не для человека, и рядом с этим большим надувным человеком можно было сделать там не знаю, измеритель роста, что-то такое, да. Вот, чтобы и вот мой человек, он бы еще от ветра очень сильно. Говорит о том, какие маленькие человечки. Да. И вот вопрос: город должен соответствовать нам, или мы соответствуем городу? То есть мы не соответствуем, а станем получать. Я как-то сошли на уровень. Да. А почему надувной? Потому что он постоянно будет качаться от ветра, и это вот тоже, да, отсылка, то, что такие ветра, погода, и ходить элементарно зимой, минус 30, как ребята сказали, это невозможно. И плюс, как наша тема связана с деколониальностью, несмотря на то, что центр города строили уже в период независимого Казахстана, вот это вот чувство, то, что город давит на тебя, и ты чувствуешь себя, ну, скажем так, не совсем свободным, что ли, человеком, то есть мы вышли как будто из колониального периода, но продолжаем себя чувствовать так же, вот это вот давление. Да, и мне кажется, это еще также показывает то, что когда делали проект города, да, в целом у нас public policy, да, не очень сильно учитывается мнение жителей города, и мне кажется, это вот прямая наследственность, да, и ответственность
вообще сверху вниз. Да, вот этот покров, да, сверху вниз. И это очень сильно чувствуется, и мы хотели вот это, что мы, жители, тоже живем в этом городе, и наше мнение тоже нужно учитывать. Это город не для машин, а для людей должен быть в первую очередь. Классно. А знаете, еще можно человечкам вашим добавить каких-нибудь этнических признаков, чтобы вот апеллировать к национальной идентичности, да, что типа вы не какие-то западные книжки почитали, да, исходите из своих чувств, да, как и вы за казахов говорите. Да, супер, спасибо большое. Мне очень нравится, очень крутые у всех идей. Да, было бы круто. Если бы вы реализовали, но даже то, что вы проговорили, это тоже очень круто. Да, спасибо. А, да, у нас даже еще есть сколько, 7 минут. Ой, нет, 10 минут, да? Вот. Но у нас будет побольше времени на обед. Либо же мы хотели, можем обсудить что-то, если хотите. Если у вас есть вопросы, вы можете задать. Нет, надо. Нет, да? Вопрос? Да, у меня есть вопрос. Вот у нас как раз в культуре есть такой, ну, личность, да, Мустафа Шопайс. Он российской пропагандой и до этого советской, он был как бы признан в качестве коллаборациониста с фашистской Германией. Ну, хотя на самом деле он боролся за независимость Казахстана, ему в своих письмах писал, что и Сталин, и Гитлер это одно и то же зло. Вот. А сейчас... Еще в советское время он это говорил. Да, да, в советское где-то в 35-е годы, вот так где-то. Плюс-минус. И сейчас у нас происходит в селах, в городах переименовывают улицы имени Шопая. Он, знаете, в некотором роде фигура, похожая на Лабандеру в каком-то смысле. И сейчас у нас вот у нас школы, улицы переименовываются. То есть его заменяют имя или его имя дают? Его имя дают. Дают, ага. Да. И есть ли в Кыргызстане такие же примеры, и как общество, и государство, и в частности Россия, например, на это смотрит? Очень интересный пример, у нас такого нету. Вот. У нас вообще эта тема достаточно табуирована, мне даже кажется, что в Казахстане больше говорят о деколониальных процессах. Вот я не помню, я сказала, признаться или нет, но даже те вот эти мемориальные комплексы их делают не в центре города. То есть в обычной повседневной жизни города мы вообще не говорим. Вот. Чуть-чуть стали говорить там при Атамбаеве, да, но вот даже мы же до сих пор являемся колонией. Да, то есть мы слушаемся метрополию во всем, и Россия очень болезненно воспринимает это все, поэтому очень мало говорит. Если даже, я даже не знаю таких у нас в Кыргызстане, как у вас. Но, я думаю, даже если бы было, у нас бы не было такого. Потому что у нас очень сильно. У нас потому что, например, я видел статьи в русских СМИ, ну, в российских СМИ, они пишут, что вот там в Казахстане переименовывали улицы именем Шокая, там нацизм у нас это процветает. Ну да, это их риторика, да. А вот скажите, пожалуйста, вот вы когда в день начала войны в Казахстане же возлагали цветы, да, вот в честь начала войны, у вас не разгоняли людей? Нет. Не убирали цветы? А у нас разгоняли, понимаете, это настолько... Ну, как бы мы привыкли, что Кыргызстан более свободный, да, вот, чем Казахстан. У нас поменялось руководство, президенты. Смотрите, как все поменялось. То есть у нас... Сейчас преследуют, у нас вот прям под, как сказать, не под надзор. Ну, короче, следят за людьми сейчас, которые возложили цветы. Они под большим прессингом, да, то есть им уже, вот, допустим, приходили к ним участковый, допустим, говорил, там, на марш 8 марта не выходите, там, не высовывайтесь, да, даже вот так. То есть еще одно неверное движение, там, ну, дают понять. У нас даже были случаи, когда вот в начале войны люди ездили на машинах с РСПЗ, обычные граждане, да? Их это штрафовали за это. Но у нас такого нету, никто не ездит, а если будет ездить, я думаю, у нас все-таки вот там, не знаю, твиттер, да, поднимется, что-то вроде этого, но не знаю, как отреагирует. Спасибо. Вот вы еще хотели что-то сказать, по-моему, или спросить? Нет? Я просто хотел спросить, вот эту игру 16-го года в Кыргызстане.
Вы же тогда называли басмачами? Да. Но они есть и герои, из них никого нет сейчас, чтобы как-то... Знаете, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не историк. Но это хороший вопрос, да, и я думаю... СМД исследует по правилам. Вот. Да, у нас вот есть СМД, я думаю, они бы ответили на этот вопрос, но я думала, потому что у меня тоже был такой вопрос, мне просто... Вот в Таджикистане тоже было звали басмачами, да, вот на Памире было. У нас же последняя ставка бухарского мира была. Вот, Музафархан, да? Он вроде был в этом. Ибрагим Бек у нас был полководец такой, боевой командир. Вот, да, у нас Душанбе Душанбе, допустим, брал со штурмом басмачами. У вас тоже басмачи, да? Да, басмачи. А в Казахстане басмачи тоже? Не знаете? Сопротивление, как назывались эти? Ну, говорить, скажем, о исторической справедливости в Казахстане очень сложно. Сложно, да. Потому что это нужно поднимать невероятное количество документов, в том числе проблема в том, что значительная часть документов исторических находится в Ташкенте. Mm-hmm. Если помните, мы сначала были автономной республикой в составе узбекской социалистической. И дореволюционные документы, и революционные документы, как правило, остались в Ташкенте, и при Исламе Каримове мы к ним вообще не имели доступа. Mm-hmm. Сейчас мы потихонечку почему-то снова возвращаемся. Рада, а вот Курманжан Дашка. В советское время вроде же ее как-то не было особо. Ее сейчас представляют, как она же стала на сторону советской власти для того, чтобы спасти сыновей. Да, правильно же? Нет, народ. Народ. Она потеряла сыновей. Да, она потеряла сыновей. Царская власть, да. Советская. Чтобы дальше ее народ не вырубили. Да, и это вот жертва, которую она приносит ради народа, да, вот ради спасения. Хотя сыновья выступали на стороне басмачей, да, правильно? Да. Против. Кстати, да, это вот очень классный вопрос, который, я думаю, нам можно поднимать, да. Найти басмачей, поднять вопрос Курманжан Датки, вот в таком... Таких примеров везде есть. Вот, ребята Таджикистана, фильм «Несо», Чингисхан, да, вот там показывают, он как басмач. Хотя, насколько я знаю, он был спасителем, да, вот, своего региона. Ну, там сложно. Дело в том, что Бадахшан очень сильно страдал от нашествий группировок афганцев. И как раз-таки российские погранвойска, царские погранвойска, они защищали бадахшанцев. Но у нас, знаете, кстати, вот в центре Бишкека, в районе Сума, стоит, есть комплекс, посвященный борцам революции. Там вот она олицетворяет женщину, родину мать. Вот женщина, фигура женщины стоит. Ее еще называют на родине Уркуяс Алиева, хотя это не Уркуяс Алиева, но почему Уркуяс Алиева?